Ну что ж, всем здравствуйте, всем привет. Ну что, как вам музяка? Как вам новая музыка? Новый год, новая музыка, представляете? Для тех, кто не в курсе, почему новая музыка, потому что моя партнерская программа прекратила сотрудничество с Epidemic Sound, откуда была эта музыка. Соответственно, если теперь я ее буду юзать, то, ну, все будет плохо, мне будут блокировать стримы и так далее. Поэтому пришлось искать бесплатную музыку. Это музыка Хэриса Хеллера. Она бесплатная, ее можно найти на Яндекс.Музыке. Вот, такие дела. И даже можно скачать и использовать, и ничего вам за это не будет. Такие дела. Вот. Мы с вами не виделись аж 35 дней на стриме, прикиньте. Ах, как давно это было, ребята. Как давно это было. Было очень-очень давно. Ну что ж, привет, музло, найс. Ну, как бы выбирала, там у него очень много альбомов, еле-еле-еле выбрала что-то более-менее, что мне понравилось. Вот, на перерыве тоже будет другая музыка. Так что, да. Сегодня играем Burnt House Lane. Как вы знаете, я до Нового года ждала какой-то хотя бы русификации, но ее как бы не будет. До лета, и я взяла в итоге то, что было в Стиме. Вот, будет, конечно, надеюсь, что нормально, надеюсь, человечек доделал, допилил свой перевод, там написано, что последнее изменение было аж в январе какое-то, соответственно, возможно, уже все вот так вот. Возможно, все вот так вот, все переведено шикарно, отлично и просто идеальненько. Вот, и, ну, я думаю, если вы здесь, то вы, наверное, знаете от создателей какой игры, да, Downfall, Кошатница. Мы все это с вами проходили. Последнюю игру, к сожалению, Лорелай мы не заценили особенно. Мы на стриме ее проходили еще на старом стрим-канале. Она, ну, такая, ну, знаете, ну, такая, в общем, была. Все одно и то же, все об одном и том же. В общем, Burnt House Lane не сильно отличается, судя по сюжету, от Кошатницы. Я не уверена, насколько эта игра будет классная, честно вам скажу, потому что прямо... вайбом таким повеяло от нее, особенно по сюжету, но я спойлерить вам не буду. Хотя это, в принципе, в описании написано. Ну и ладно, не буду. В общем, все, что я даже знаю, вам говорить не буду. Я просто случайно на какой-то обзор наткнулась, я пыталась найти описание игры на русском языке, в итоге чуть-чуть увидела. Чуть-чуть увидела спойлеров. Ну как спойлеров, просто то, что в начале игры произойдет. Вот. Так вот. Надо же, Найтбот даже работает. Представляете, Новый год с чего начался. Просто потрясающе. Болели мы весь месяц. Саши, это просто задница. Я даже не знаю, как это еще вам объяснить, описать. Что вообще вам сказать. Просто я приехала с Москвы с маминого дня рождения. И постоянная слабость, постоянный насморк. Короче, какой-то кошмар. Просто ужас. Мы еле-еле начали чувствовать себя хотя бы прилично. Вот. Я буквально, наверное, позавчера уже начала чувствовать себя более-менее нормально. Но, опять же, если много чего по дому делать, то сразу силы улетают в трубу. Как бы. Поэтому такие дела. Музыка зашибенная была. Ну и супер. Ну и прекрасно. Потом еще зацените музычку на перерыве. Короче, Burnt House Lane проходится за 8-9-10 часов. Фиг знает сколько точно. Поэтому мы сегодня, наверное, часа 4, да, поиграем. Вот. Может быть, все 5, чтобы закончить ее как бы за 2 стрима. Вот. Надеюсь, она нам с вами понравится, и мы будем, как бы, не за все, из последних сил ее проходить, а она нам реально зайдет. Хотелось бы, правда. Очень-очень хотелось бы. Так, все настроено, да? Все настроено, все сделано, все хорошо. По громкости вы меня сами сориентируете, я думаю, правильно? Сами сориентируйте, будет слишком громко, будет слишком тихо. В общем, напишите, надеюсь, всех котов с комнаты я выгнала, а то сейчас начнется. Семен сегодня просто неугомонный и без конца лез мне на стол. А как сейчас музычка вообще, кстати? Ну, как бы... Как она вам? По громкости. Если что, здесь всякая кровяка, мерзкая фигня будет происходить. Так что, если вам все это неприятно, то прошу вас покинуть стрим на всякий случай. Просто напоминаю. Сейчас все хорошо, да? Ну, ладно. Раз все, как говорится, хорошо, значит, все хорошо. Тогда можно начинать. Так, вроде все нормально. Никак не могу привыкнуть к тому, что вообще-то в основном стримеры, да, даже на Твиче зарубежные, они могут, прикиньте, целый час разговаривать до того, как начать играть и абсолютно не обламываться.
Лея, привет, спасибо тебе огромное. Музыка очень классная, как дела? Да пока сложно сказать, как дела, потому что я еще пока ни в какой режим рабочий не вошла. Все, что я делала, это валялась, понимаете? Так, мышки, кстати, в этой игре нет, потому что она, походу, вообще и не нужна раньше была, да? Спасибо огромное, Лея, тебе за донат. А вы сейчас, ну, разберетесь с громкостью потом. Сейчас это не пишите. Да, кстати, рекламируй свой телеграм-канал, да? Ссылочка в описании, не забудьте. Ну что ж, ладно. Сохраняйтесь часто. Большинство врагов убьет вас одним ударом. Спасибо. Подумайте дважды, прежде чем говорить или что-то делать. Ваш выбор имеет необратимые последствия. Для лучшего опыта играйте с контроллером и в наушниках. Ну, я не хочу играть с контроллером, так что уж извините. Если будет сильно громко, сделаем потише. Будет тихо, сделаем погромче. Да, озвучки тут нет, тут только субтитры, так что я буду субтитры озвучивать. Надеюсь, я нормальный русификатор поставил. Там надо было еще какие-то настройки просто сделать. Hi, Angie. Привет, Энджи. Это Трейси из агентства. У меня есть хорошие новости. А подвернулась работа очень большая, именно такая, как ты хотела. Долгая поездка, юго-зап. Прямо посреди чертового нигде. Но... Всего лишь один пожилой джентльмен, живущий на ферме. Ранние симптомы слабоумия, так что все довольно стандартно. Нужно говорить что-то легкое, но ничего безумного. Ты знаешь, что делать. Его постоянная сиделка заболела, и им нужен кто-то, кто присмотрел бы за беднягой, пока она не вернется. Я бы пошла сама. Звучит как прекрасный загородный отдых, но ты знаешь. Дети, я застряла в офисе, как всегда. Но тебе там понравится, я уверена. Хотя озвучка есть, блин. Энджи? Я не могу. Кое-что случилось. Мне жаль, что случилось. Она, если что, медсестра. Так, это наша главная героиня. Слушайте, ну как-то стиль общий сохранен, да, их игр, а выглядит немного по-другому, заметно, да, прям. Мне нравится. Так, взаимодействие. Ага, Е для взаимодействия, вот. Нет, последнее, чего я хочу, что это чтобы кофейный столик сломался под моим весом еще до того, как я буду готова. Изучить фото. Это я и Джеймс в день нашей свадьбы. Почему она все еще у меня? Я должна была выбросить ее много лет назад. Не, ну как память-то сохранять надо? И одежда, Кейтс. Где это? Да что? Что у меня где Кейтс? И что у меня не Кейтс? Что ты? Вот это ты имеешь в виду? А, вот эта белая штука? Ну тут я не могу ничего сделать. Поднять фото. Ой, в смысле поднять, а не уронить, дерьмо. Ну зачем ты это... Стекло везде. Пепельница сохраняет ваш прогресс. Ага. Ну, в смысле, поднять. Ну, да, она ее хотела, видимо, поднять, но уронила. Живет она так себе, если мы обратим внимание. Как по звуку? Курить плохо, вы знаете, да? В курсе? Оп. Это еще что? Ага, балка. Вообще-то я знаю начало игры, так что... А, ну да. Это я так просто. В общем, вы сейчас сами догадаетесь, в чем там дело. Веб побольше недостаточно. От этого никуда не деться. И что ты делаешь? А, веревка, кажется, достаточно крепкой для маленькой стремни. А, ну да, ну, в общем... Что хочу вам сказать? Она пытается... Вы поняли, что она пытается сделать. Видимо, выбора у меня как бы нет. Я понял. А выйти из этого нельзя, я не хочу, чтобы она это делала. Ну, как бы она все равно... Ну, видимо, затянуть, спустить. Спуститься. Давайте пока не будем. Я, если что, не могу и приказывать. Нет выхода, нет... Не вреди себе, сделай это. А, нет выхода. Отпусти. Ага. Я не поняла. А, это моя комната, что ли? А, она зеркальная. Это моя комната зеркальная. Я правильно? Ну да, да. Всегда есть выход. Это не выход. Это не выход. Это
Это не вовремя обратился к психологу. Это не выход. Мать моя родная. Ландыш, спасибо тебе огромное за донат. Верни котов. Куда их вернуть? Они дома. Спасибо тебе большое за донат. Но у нас нет, если что, вариантов. Начинается со смерти. Так это типикал их игры. Я ничего сделать не могу. Это такое начало игры. Тут как бы... Эти последние два месяца были лучшими месяцами в моей жизни. Ты выйдешь за меня? Несколько месяцев? Медсестра, влюбившаяся в своего пациента? Боже, нет. Ага, пациент. Значит, он был болен и, видимо, скончался от какой-то болезни, да? Вышла замуж за умирающего. Я никогда не понимала, почему она это сделала. Япония? Ты что, издеваешься надо мной? Конечно, я хочу туда. Это всего лишь похоже на лучшее место на Земле. Боюсь, пациент не отвечает на лечение. Мы должны начать планировать паллиативную помощь. Апрель. Идеально. Мы увидим вишневые цветы. Джеймс действительно не должен путешествовать в нынешнем состоянии. Мне жаль, но я не могу это позволить. Да, эти братишки любят про такую депрессию, вот они и говорят. Все в порядке. Мы поедем, как только я закончу с гребаной химиотерапией. Ну, я так и подумала, что дурак. Энджи, мне жаль. Он был... Джеймс был отличным парнем. Я сожалею о вашей утрате. I'm sorry for your loss. Ну понятно. I'm sorry for your loss. Отвратительный кашель, Энджи, тебе следует пойти к врачу, к доктору. Okay? Ты в порядке? Ты выглядишь немного бледной. Мне было жаль ее, но никто ничего не сказал. Всем было жаль ее, но никто ничего не сказал. У меня плохие новости, мисс Везер. Боюсь, самые худшие. В смысле, она тоже больна? Рак лёгких? Поздняя стадия, ядрить. Но разве ее муж не умер от рака в прошлом году? Они оба? Каковы шансы? Такие? Может быть, если бы мы нашли его раньше, но на данный момент мы ничего не можем сделать. Я сожалею, миссис Мезер. Мы не можем вылечить ваш рак. У вас осталось около 6 месяцев. Да, вот так не повезло, не повезло. А, ну сейчас сломается, наверное, да, балка? То есть, ее муж умер от рака, она больна раком. Это просто какой-то, я не знаю, это дурдом какой-то. Дурдом, ребят. Да уж. Ну все как обычно у них, боли тленут. Да, именно так. У меня, кстати, дядя умер год назад, 2 года назад от рака легких. Это не всегда от курения связано. Чего вы взяли вообще? Дерьмо. Не получилось, да? Ну вот я так и подумала. У тебя еще много дел. Трейси? Я передумала. Я берусь за эту работу. Замечательно. Я буду честна. Я думала, что люди будут сражаться друг с другом за эти несколько недель в Девоне, но угадай что, никто не хочет ехать. Чистый деревенский воздух, двойная плата. Я имею в виду, что не так. Но все в порядке, теперь у меня заработает моя лучшая медсестра, все хорошо. Я знаю, что все это было тяжело для тебя. И я рада, что ты передумала. И для тебя будет хорошо поехать туда и... Трейси, это, наверное, моя последняя работа. Мне просто нужно скопить немного денег, а потом... Я хочу немного попутешествовать. Поехать в Японию, увидеть цветущую вишню. Ну, ладно. Ты уже много лет не отдыхала за границей. Во что бы то ни стало, действуй. Но ты ведь вернешься, верно? Ну, как тебе сказать? Я дам тебе знать, когда вернусь домой. А, она, может, никому не сказала, что заболела. Да, глава первая. Ой, рак, такая гадкая болезнь просто, такая дрянь. Ее даже распознать практически невозможно, если ты не знаешь. Не впускай кошек.
очень дрянная болезнь. Очень сочувствую всем, у кого кто-то этим болел, болеет. Жуть, конечно говоря. Да. Наследственность, кстати, у меня хреновая, если что. Так что я просто стараюсь об этом не думать, как говорится. Как это у нее как будто рисовка меняется, да? Она только что в машине по-другому даже выглядела. А нет, все, теперь нормально. Причудливая белая машина, вероятно, принадлежит дочери фермера. Я должна встретиться с ней здесь. Ага. Так, а здесь это где? О, что, сарай. Наверное, мне нужно сначала поздороваться с владельцами. Наверное. Ты должно быть Энджи. Заходи, заходи. Ох, ты спасаешь мне жизнь. Постоянная сиделка отца недавно попала в аварию. Ничего опасного для жизни. Но ей выставили несколько, вставили несколько штифтов и шурупов. Она пройдет месяцы, прежде чем она вернется к работе. Так вот, я бы с удовольствием взяла папу с собой в город. Я могла бы поселить его поближе к месту работы. Я бы позаботилась о нем сама. Но он этого не потерпит, упрямый старый дурак. Все же, он прожил в этом доме всю свою жизнь. Он родился прямо там, в другой комнате. С тем же успехом он мог бы провести оставшееся время на ферме, где счастлив, верно? Так, ну тут надо как-то выбирать. Возможно, это на что-то влияет. Я не в курсе, конечно. Вот персонажи из других игр. Может быть. Это действительно прекрасное место, или я согласна? Прекрасное место. Yes. Видите, текст обрезан, но я вроде правильно все по настройкам сделала, как мне сказали. И теперь я могу ценить его больше. Но, честно говоря, для молодой девушки расти здесь было не совсем захватывающе. Не все были рождены, чтобы быть фермером, верно? Должна познакомиться с папой. Пойдем со мной, он в гостиной. Мне нравится, как люди разбегаются со стрима, не даже не подозревая, какая дальше месилова начнется! Кровь, кишки, блин, все начнется. Тут что только не начнется, ребят. Такая жесть будет. Вы офигеете. Прошло всего, господи, 15 минут, вы уже делаете вывод, выводы о игре. Вы подождите, кто ж так быстро-то решает, нравится или нет. Посидите, повникайте. Дичь начнется позже, ясно? Познакомьтесь с Энджи, папа. Она будет присматривать за тобой, пока Джойс не вернется. Здравствуй, дорогая. Hi. Привет. Че не так с настройками, а? Блин, не знаю. О, извини, это из офиса, я должна ответить. Ладно. Привет. Привет, Сэм. Нет, я ненадолго. Я просто показываю дом новой медсестре. Я вернусь до 5, максимум половина третьего. Я знаю, он всегда так делает. Ага. Увидимся скоро. Нетерпеливые, какие молодые, активные, слишком нетерпение. О, боюсь, сегодня у меня действительно мало времени. Я просто быстро все объясню и обставлю тебя наедине с ним. Ладно. Нужно готовить для Джорджа. Он предпочитает старую добрую классику. Ничего слишком сложного. Правда в том, что он просто ел сэндвич каждый день, если бы мог. Но не позволяй ему так делать. Я оставлю себе список его любимых блюд. Все, что там есть, просто помоги себе сам. Ну, короче, просто не просто помоги себе сам, конкретно это переводится. Вот папина спальня. Иногда ему может понадобиться помощь в том или ином деле, но в большинстве дней ему все равно удается одеваться самостоятельно. Понял. А вот его ванная. Просто следи за ним, чтобы убедиться, что он не подскользнется на плитках и не сломает бедро или спину. Папа любит звать себя Джорджем. Иногда ты можешь взять его на прогулку, если погода позволяет. Но он предпочитает проводить здесь большую часть дня, смотря телевизор. Какая интересная жизнь. Это означает, что у тебя остается достаточно времени для себя. В доме много старых книг, если тебе когда-нибудь будет скучно. И старый компьютер в офисе. Но я не уверена, работает ли он. И, наконец, моя старая спальня. Теперь это твое пространство, так что чувствуй себя как дома. Только не впускай кошек.
Им становится слишком уютно в помещении, и они не хотят уходить. Ну хорошо. Ну пока завязка простая. А, киська. Ой, у нее ключ. Hello. Привет. Это был Семен. Один в один. Я оставила маленький путеводитель на кухонном столе для тебя. Обязательно проверяй его время от времени. Ты знаешь, как... Ну, короче, сейчас попадешь в тупик. И, пожалуйста, следи за Джорджем. Знаю, часто он кажется нормальным, но у него бывают свои моменты. Интересная рисовка. Ну, они, кстати, ее допилили, доработали. Она не так раньше выглядит. Так, Симкапт, предксюш, как дела? Сейчас буду смотреть, что можно бы сплести, видимо, из бисера. Моя мама тоже болела, но хорошо, что она вылечилась. Люблю тебя, желаю удачи. Спасибо тебе огромное за донат, очень рада за твою маму, честно. Это очень здорово. Так, ну что ж, я думаю, всякая дичь начнет происходить приблизительно где-то через полчасика. Большой старый гардероб, если мне понадобится спрятать труп, тут как минимум для двух. Как позитивно. Вообще, она вышла замуж за умирающего, да, если подумать. Сама умирает. И никому об этом не сказал, судя по всему. Если я найду что-нибудь красивое, я смогу поставить это на пол. Понятно. Возьми фонарик тогда. Ночью в городе всегда светлый, но здесь, за городом, было бы полезно иметь при себе всякий случай фонарик. Да, это, конечно. Ну ладно, поскольку он там занят просматриванием фигни, мы пойдем пока прогуляемся по дому и изучим все, что здесь интересного может быть. Полезного, интересного. Блин, тут охренеть, как много комнат. Жесть. Огромный дом, на самом деле. Я-то думала, он маленький. Так, ну это, собственно, ванная. Раковина ванной. Очевидно, что это место для Джорджа. Сбоку лежат принадлежности для бритья и повсюду клочья волос. Зашибись. А прибраться не судьба, что ли? Так, это что за комната? А, со старым компьютером. Нажатие кнопки включения, похоже, ничего не делает. Да, он сломан. Она же сказала, что он не уверен, что он работает. Ну, такой прям древний-древний пункт. Давайте идем дальше. Что тут? Кровать Джорджа. Конечно, ничего особенного для такого старика, как Джордж. Его не заботит комфорт современного мира. Старый чемодан, покрытый пылью. Было бы неправильно заглянуть внутрь. Скорее всего, это личные вещи Джорджа. Еще просто комнатное растение. Не понимаю людей в пожилом возрасте, которые так активно отрицают современное вообще развитие современное. Почему? В чем проблема? Просто не могу понять этого и все. Похоже на клетку для хомяка. Отсюда не видно, есть ли в ней хомяк. Морда, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за донат. Привет, Ксюша, у меня дилемма. Хочется самому пройти и посмотреть, стрим хочется. В любом случае, хорошей игры, прикольного стрима. Спасибо тебе огромное за донат. Ну, я не знаю, стоит ли смотреть. Я же сегодня все равно не до конца пройду. Ты можешь посмотреть до каких-то событий и все. И дальше не смотреть. Тоже как вариант. Так, ну, в общем, мы запомним, что где приблизительно находится. Если мне это когда-нибудь вообще пригодится. Так, это спуститься вниз, так. Дальше, тут еще комната есть. А, заперту. Леночка, спасибо тебе огромное за донат. Ура, еще раз ура, наконец-то стрим по этой потрясающей игре. Я с удовольствием прошла эту игру и осталась очень довольна. Сколько же жести нас ждет удачного стрима. Спасибо тебе огромное. Ну, я к этому и готовлюсь. Я в эти игры именно из-за этого играю. Это знаешь, как неожиданно ты играешь, проходишь всякие игрушки, а потом начинаешь играть в игры от этих разработчиков. У тебя просто челюсть выпадает на пол, ты такой... О май гад, как это можно было придумать? Оригинальный Downfall мне просто башку в свое время вынес. Он какой жуткий, какой же он жуткий. Я каждый раз вспоминаю его и думаю, ремейк вообще по сравнению с оригиналом не такой. Идет в подвал. Ну, пойдем откроем. Спуститься, спуститься, а что нам делать еще? Тут, кстати, я видела, знаете, что в Стиме? Рецепты того, что здесь она готовит ему. Джорджу. Рецепты блюд. Так, красный мигающий глаз котла. Это что? Это предохранитель. Он заблокирован. Понадобится инструмент.
Он должен осветить мой путь, используйте для включения и выключения. Так, добавлена новая цель, он говорит. Я не знаю, что это, видимо... Странно выглядит. Ну ладно, видимо, туда как-нибудь можно будет зайти рано или поздно. Так, забывай, что здесь можно бегать. Бать на кулинарный стрим. Нет, ты что, мне негде готовить. Семейный портрет. Это маленький мальчик. Может ли это быть Джордж? А девушка? Возможно, его старшая сестра. Кстати, я знаю, почему мне так понравилось... нравятся игры от этих разработчиков в целом. От них... Знаете, какой вайб веет? Первых сезонов этого «Американской истории ужасов», когда хрен пойми, что происходит. Ну какая ты дичь, это все, что ты знаешь. Пустые винные бутылки, их можно было бы использовать в качестве подсвечников, если бы я была романтиком. Жаль, что я не романтик. Господи, тут так много всего. А как включить фонарик? Я вот только этого не пойму. Используйте включение-выключение. А что использовать для включения-выключения? Инвентарь тап. Ага. Так и все, что ли? А, я все еще вижу, надо экономить заряд, я поняла. Так, это выход на улицу. Опа, что это? Похоже на крошечную могилку, внутри нее лежит слегка разложившийся хомяк. Какая прелесть! Умереть не стать просто. Заперто, хорошо. Видите, как все много знают страшных игр. Так, ну как нет, блин, на самом деле с играми все довольно неоднозначно. Вот, например, со страшными хоррорами тоже, понимаете? Есть игры, которые пугают тем, что хорошее растение, тем, что они какие-то, как бы вам сказать, ну не очные, не очень. Знаете, бывает не очень хорроры страшные, просто скримеры, а вот эти атмосферные. Аноним, удачного стрима, спасибо тебе огромное. Видимо, человечек пишет с Украины. Спасибо тебе большое за донат. Спасибо большое. Так, кухонька. Нет, стой, давай мы ничего не будем пока брать. Я хочу посмотреть. Значит, ржавая кухонная раковинка. Я возьму его с собой. Кого? Что? Так быстро, я не успела. Что ты возьмешь с собой? Ага. Если ты заблудишься, путеводитель подскажет, что делать. Я въехала, понятно. Взять записку? Что-что? Если электрик придет, чтобы забрать инструменты, которые он оставил в подвале на прошлой неделе, скажи ему, что я оставила его набор инструментов в мастерской снаружи, на переднем дворе. Спасибо, Сара. О, я поняла. Подожди, но мне тогда не это надо. Мне надо исследовать. Кулинария не моя сильная сторона, но старина Джордж на самом деле не производит на меня впечатление привередливого типа. Это лейка, кстати. Нам нужно полить цветы. Ох, ёлы моталы. А чё так? Блин, сколько всего? Здесь какие-то, кстати, инструменты лежат на скале. Возможно, это поможет мне открыть. Да что происходит? Фу, какая гадость. Отвратительно. Какой-то ублюдок вскрыл эту крысу. Ну зачем? Может, Джордж балуется. Она действительно застряла. Там тот, кто это сделал, должно быть очень силен. Повсюду паутина. Тьфу, я ненавижу эти чертовы штуки. Исследовать. Давай что-нибудь посмотрим. Мне нужны клещи. А мне нужен нож. Нужен набор инструментов. Фиг ли нет. Давай попробуем клещами вытащить. Так, сейчас. Похоть, а можно как-то... Вот, все, я поняла, как предмет использовать. Все, я взяла. Пожалуй, игра не для меня. Это еще только начало, я вас умоляю. Фу, что вы такие смешные. Еще только начало. Еще даже толком ничего не сделали. Ну, подумаешь, крыса. Это загон для овец. Понятно. Мне лучше держать ворота закрытыми. Кто знает, что эти овцы могут сделать. Действительно. Хорошо, что не клещи. Ненавижу клещей. Я, кстати, ни разу... Меня в клещ ни разу в своей жизни не впивался. Давайте скажу спасибо. Так, а где рецепт? Она сказала, что... Как-то вроде как... Ну, хорошо. Хлеб.
4 ингредиента. Какой классический набор? Майонез, ветчина, сыр, ёлки и хлеб. Ты сделала странный сыр. Как странный? А что в смысле странный? Почему странный это? С каких пор это странный сэндвич? Нормальный сэндвич. Ладно, ветчина, помидор, сыр, хлеб. Почему странный? Нормальный сэндвич. Мне нужно 5 ингредиентов всего заюзать. Мне кто-то объяснит, что я делаю не так. Что еще положить? Ну хорошо, давай так. Ветчина. Соленый огурец. Мать моя родная, что я такое положила? Гадость какая-то. Сыр. Горчица. Я не понимаю. Чего начинается-то? Вообще, хотя, подожди, горчица, ветчина, сыр, хлеб. Нормальный сэндвич. Да почему странный? Вы мне объясните, что я делал не так? Что не так-то? Вот чем тебе не сэндвич? Хлеб. Может, есть какие-то рецепты? Потому что я делаю какую-то фигню. Но я такие сэндвичи и ем. В чем проблема? Горчица, блин, ветчина, сыр, хлеб. В тостер сунул и прекрасный сэндвич. Тебе что не устраивает-то? Ой! Эйри, спасибо огромное. Спасибо тебе гигантское за донат. Привет, Ксюш. Хорошо, что вы с Александром уже выздоровели. Игра выглядит многообещающе. Хорошего стрима. Спасибо тебе огромное. А я не могу отсюда выйти, если что. Мне приходится готовить сейчас. Спасибо тебе огромное. Я тоже пипец как рада, что мы выздоровели. Ладно, давайте так. Давайте так. Тунец. Яйцо. Майонез. Хлеб. Че ты с этим сэндвичем докопался до меня? Она сказала, тут рецепты должны быть. Но я пока не увидела ни одного. Немного запутано, но кто знает, может, Джорджу понравится? Да! А может, Джорджу и понравится. Целый салат. Да нормально! А как по-вашему сэндвич с тунцом делать? Там идет салат, блин, тунец, яйцо, мазик. Все! Чего там такого-то? Почему не странный сэндвич? А какой они сэндвич жрут? Колбаса с колбасой на колбасе? Бесит меня. Джордж, вы будете сэндвич? Кажется, он ест, но кажется, не наслаждается. Салат, бекон, помидорчик. Ну, не наслаждается, и все, это урна. Если бы мне пришлось гадать, я бы сказала, что в ней хранится прах покойной жены Джорджа. Наверное, к ней лучше не прикасаться. Так, ясно. Самое главное, что вкусно. Так, ну, видишь, это не тот сэндвич, который был бы вкусный. Так. Я, наверное, наберу. Привет, привет, спасибо тебе огромное. Что за ники вы такие себе пишете? Я тебя буду называть Скариш, понятно? Скариш, спасибо тебе огромное за донат. Прощай, донат на детство. Ксюш, ты самый лучший блогер в мире и всегда помогаешь мне справиться с плохим настроением. Звучит клиширно, но это правда. Ну, спасибо. Ну, а спасибо тебе огромное за донат. Спасибо большое. Знаете что? Я хочу попробовать приготовить нормальный сэндвич. Извините, я понимаю, но это стрим. Но, видишь, не сейчас. Она не хочет готовить. Мы должны приготовить нормальный. Мы должны приготовить нормальный сэндвич.
Для начала надо полить растения. Ну, капец, конечно. Я правда не понимаю, в чем же проблема. Вот скажите, майонез, ветчина, сыр. Это что, не сэндвич? Нет, может, я как-то не понимаю значение, мать ее, сэндвич. Но это же сэндвич, нет? Я не понимаю. Я обычно кладу листик салата, что-нибудь мясное, какие-нибудь овощи, сыр и все хлебом. Я не понимаю. Так. Ух ты, что тут есть? Раковина в ванной комнате. Открыть крышку. Исследовать туалет. Ой, исследовать хотел. Но вдруг там что-то есть. Рецепты лежат. Да где они лежат-то? Я не увидела. Нет, она просто сказала, говорит, я тебе оставлю какие-то рецепты. Нет разве? Так, это моя комната. Здесь у нас воды нет, подожди. Ой, растений никаких нет. Короче, я не понимаю, ребят. Я ничего не понимаю. Вот растение. Ой, в смысле, пустая? Так это у нас не ванная, да, комната? Не, ну просто вдруг я какая-то глупенькая и что-то не то делаю, просто... Не, ну мне рано или поздно попросят еще один сэндвич ему запилить. А где я посмотрю эти рецепты? Вы же можете написать чуть поподробнее, они там. Там это может быть абстрактно. Это очень абстрактно и очень непонятно. Вот здесь, да? Нет, не здесь. Пока плохо ориентируюсь, это нормально. Она мне тоже сказала, что книга рецептов на кухню, но мы все посмотрели на самом деле. Опа, здрасте, приехали. Так, ясно, свет вырубился, но я знаю где. Ой, дама с Амстердама, привет, спасибо тебе огромное за донат. Ксюшенька, привет, приятного стрима. Скажи, пожалуйста, будешь ли проходить Секрет Небес 2 на канал? Время спать, не буду, извини. Спокойной ночи, моя дорогая. Спокойной ночи, Джордж. Спасибо еще раз огромное. Правда, не хочу, не буду. Я играю в клуб романтики сейчас только для себя. Я понимаю, вы обидитесь очень, но я очень скорее пролистываю. А где тут был щиток? Вот он. А, точно, отвертка у меня есть. Есть. Как ты сюда попала? Я тебя не пускала же. Ой! Hello again, little one. Снова здравствуй, малыш. It's all right. Все нормально, тебе не нужно бояться меня. I don't bite. Я не кусаюсь. Не убегай. Хорошо. You know, I wouldn't hurt you. Я бы не обидела тебя, мой маленький пушистый друг. Я люблю кошек. In fact, и если бы я не умирала от рака, я бы, наверное, поселила у себя дюжину кошек. Ну, какая заботливая, смотри, молодец. Люди бы называли меня сумасшедшей кошатницей. Но мне просто было бы насрать. Как интересно. Слушайте, во-первых, мы взяли тунца. Меня интересует ключ на твоей шее. Для чего? Ты не возражаешь, если я позаимствую? Опа, здрасте. Опа, кто-то ломится в дверь. Все.
Kitty? Киса? Не оставляй меня одну! Киса сбежала. Книга рецептов, если что, да. Мы знаем. Вот, куда ты идешь? У меня есть тунец, я тебе дам. Нацелка кошатница. Ну да. Так, пошла наверх. Но мне, я главное, я знаю, что ей дать, чтобы она... Мы действительно будем играть в прятки? Давай, киса, где ты? Так, засейвимся, пожалуй. Ладно, посмотрим, если там есть рецепты. Просто так тупо. Так тупо, что те рецепты, которые вы, вот мы все едим, да? Все едим. Вот сэндвич, как мы себе делаем сэндвич? Ну, мы, правда, бутики делаем, не сэндвичи. Но, тем не менее, так глупо, что это не считается вообще рецептом. Мне прямо интересно, что у них считается рецептом. О! Вот ты где. Смотри, у меня есть тюнец. Она не голодная, я полагаю. А... Что интересного в старой клетке? What's so interesting about this old cage? Что-то с хомяком. Там был разлагающийся хомяк на улице, видать. Тебе что, хомяка принести? О, блин. Я как-то не очень хочу. Ну, там есть хомяк, может, у него что-то закопано, конечно. Я, может, не в курсе просто. Сейчас, когда-нибудь я разберусь с управлением, точнее, со всем, что здесь. Книга рецептов здесь. Где здесь? Нет никакой здесь книги. Чего вы меня обманываете? О, календарь. Вторник, 3 сентября. О, я перевернусь снова 3 сентября. Это раковина. Видите? Это... Ничего. Все. Нет здесь никакого, никаких рецептов. Я не понимаю, честно. Вы просто шутите, что ли, или что? Записки нет, ничего нет. Ой, а почему пустую коробку взяла? А-а-а, тебе притащить грызуна в коробке! Это я могу. Ой, а подожди, только не сюда надо было выйти, да? Бляха, а где же он был-то? Я, думаете, помню. Может, как-то в другую сторону выйти надо, что-то я, если честно. А чё телек-то не выключил? Не надо? Почему-то в гайде книга лежит на столе. После разговора с дедом. Но у меня ничего нет, если увидите. Ну, типа, я же не шучу. Вы только что посмотрели. Я вам все показала. Вот. Вот здесь хомяк лежал. Вот. Почему ты не хочешь помещать это в коробку? И на столе было, ну, видимо, это баг момент. Ну, я и говорю. А что должна сделать? Она не хочет. Ну, значит... Нет, значит, ей не хомяк нужен. Может, ей реально крыса нужна, та, которая распотрошенная. Ну, это как-то очень странно. Не, ну ладно. Если так, давайте попробуем крысу. Кошки едят крыс? Блин, забавно, да, что у меня реально пусто-пусто. Ну нет, ничего здесь, видите? Фиаско, брат. Ну, значит, будете мне рецепты говорить. Не, а что я тебе скажу? Так, где она вообще была, эта крыса-то? Не, нихера, тоже нельзя взять. Скинуть тебе рецепт. Ну, да, наверное. Не, ну раз книжку я взять не могу, она не появилась. Нет, что-то в этой клетке. Понимаешь, она сидит возле клетки дохлого хомяка.
Хлеб, сыр, бекон, помидор. Окей. Ладно, ну давайте, когда он будет голодный, вы мне напишите рецепты, ладушки. Странно, что... Мне кажется, есть какое-то достижение с этими рецептами. В клетке. Кто-то в клетке? Сейчас вернемся к кошке, разберемся. Ладно, не подсказывайте особенно, постарайтесь. Только по поводу рецептов, когда будем сэндвич готовить, тогда напишите, потому что, ну, я тупо не могу его посмотреть, как вы поняли. Это не моя вина. Ай, дед спит. Ну-ка. Китти-китти, где ты? Я забыла. А, понятно, там кто-то сдох. Внутри мертвый комяк. Судя по розу мошеннику, я могу только предположить, что это была девочка. Ну все, забрали. Черт возьми, что я делаю? Не знаю, у кисы просто... Странная кошка. Where are you off to now? Куда ты сейчас направляешься? Странная кошка, да? Она хочет, чтобы я похоронила. Но я уже все это исследовала, я знаю, куда нести надо. Так, ладно. На самом деле, такие игры рассчитаны на то, что ты ходишь, вертишь, ищешь. Вертишься, ищешь. Ну, вы поняли. Потому что... Здесь не все же за секунду решается. Я понимаю, что многим бы так и хотелось, чтобы все решалось за секунду, но, к сожалению, это не так. Ну, это больше похоже, конечно, на крысы, не на... Покойтесь с миром, малыши! Все, теперь ты отдашь мне ключ? Двое влюбленных спят навсегда в общей могиле. Хотела бы я сказать, что мне так повезло. Вероятно, со мной в гробу будут только черви, что будут грызть мою тушу. И пауки. Ужасные чертовы пауки. Боже, черт возьми, я действительно не готова к этому. Этого не должно произойти, я не хочу умирать. Я говорю тебе потом это, потому что ты кошка, кошки знают о таких вещах. I'm telling you this because you're a cat. And cats know about these things. Погладить кошку. Теперь она отдаст мне ключ, как думаете? Thank you, darling. Спасибо, дорогая. Я знаю, откуда этот ключ. Если я сейчас разберусь, мне кажется, от двери в подвале. Да. Здесь в конце, который находится, наверное, от нее. Ожидаемо. Слышен странный звук. Ничего не вижу. Возьми фонарик. А что, все, загрузка пошла? Алло, что происходит? Так темно, я не вижу. Так, возьми фонарь. О, началось, смотри, как мило. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, ням-ням-ням. Какая прелесть. Мне нужно заходить туда, где есть звук. Ну окей, вот здесь есть звук.
Что за нахер там происходит? Нет, это не может быть реальным. Ага. Ну, какая-то гадость происходит. Очень похоже на... Я, к сожалению, Лорелай забыла, но там тоже что-то похожее было. О, это что? Древний труп женщины связан с сухими корнями. Из ее живота торчит металлический стержень и лист бумаги. Что это может быть? Так, возьми. Что это? Использую для чтения. Здесь лежит путь в Бёрнхаус Лейн. С голубым небом над тобой. Шепот. Какой-то шепот. Я боюсь умирать, потому что я не жил еще. Ах, ёпта, тут был перевод. Я боюсь умирать, потому что еще не жила. Да я это и так перевела, спасибо. Слышите громкие звуки, да? Я боюсь умирать, потому что еще не жила. I'm only afraid of dying because I haven't lived yet. Ёпта, я нормально все сделала? Что произошло-то? Я поняла, мне нужно в особенную дверь отскать. Может, туда? Вот, слышишь? Тихо-тихо, сейчас. Сюда сказать надо, да? I'm only afraid of dying because I haven't lived yet. Но, видимо, это было правильно. Ладно, удачи. Мне надо, короче, в комнату... открывать двери, которые больше всех... короче, который слышно. А что здесь? Сюда сказать? Ну, давай. Не очень понимаю, пока логика. Не, неправильно. Неправильно, я поняла. О, Семён скачет. Как я сказала уже сюда ведь. Сгорелась. То есть дальше идем, да? Ок, я поняла. Давайте дальше искать. Может, я поторопилась с действием. Может, это пока все. О! Потянуть. Слишком узкая щель, чтобы подеть пальцами. А у тебя есть отвертка. Ее используй. Включить кабель, взять бумагу. А, здесь уже что-то другое, да? Ой. Так, ну подожди, стой. Что написано-то? А, когда взгляд рептилии падет на тебя, спроси ее. Это конец. А, я поняла, я должна определенные двери, определенным персонажам определенные вещи сказать. Идем дальше. Бам. Нажать. Ага. Значит, третья записька появилась. Значит, ее берем. Семен там громит просто. У него бывают припадочки, когда очень хочется к маме. Так, вот. Угу. Что тут написано? А, с этими словами молись богам у, молись богам у солнца алтаря, тебе я отдаю себя. Понял. Где этот тип с крестом? Тебе сказать. Молиться.
I give myself to you. В смысле? Значит, ему надо сказать другое. Это конец? Is this the end? Хера не ясно, если честно. Ой, бляха, там что-то ходит, видали? Нет, ему я знаю, что сказать. Нет, не нужна подсказка, перестаньте. Не все люди такие быстро догадливые, как вы. Это все нормально. Здесь все правильно. Так. Ух ты. Что здесь такое? Огонек какой-то. Так, ладно, еще дверь открываем. Тут что? Ух, гадость какая. Какой-то мешок кровавый. Тут что? Какая-то блевота. Понятно. Ладно, дальше. Здесь что? Ух ты. Что тут? Ладно, я буду наугад пока делать. Вы уж меня извините. Я пока сейчас попробую понять логику, правда. Правда, не знаю. Не, не совсем понятно. То есть, типа... Я пока только с одной угадала, и то это вышло случайно. Да не хотела я это нажимать. Да случай, я хотела выйти. Зачем? Что за бесяк? Мне показалось, парню просто с... блин, который там с крестом сидит, это, ну... То есть я сюда правильно сказала, а может все-таки... Ну, хер знает. Ну ладно, скажи. Тебе я говорим, я боюсь умирать. Парень с крестом где? Тут? Вот он сидит. Тебе скажи, допустим, это конец. Я понял. Последнее что? Что-то там. Ах, ладно, с этим понятно. А третье это помолиться, да? Нет, третье это что? Молись богам. А, все, понял. Я да поняла все. Блин, извините, управление, путаюсь в кнопках. Где там эти боги солнца дурацкие? Вот эта штука была нарисована. Наверное, оно. Вот это? Хера узнает, ну, возможно. I give myself to you. Ужасные звуки, фу, блин, да? Чё? Кто-то построил, блин, не успела прочитать, и исчезла тоже надпись. Ну, что там было написано? Может, что полезное? Угу. Заметьте, она никакой реплики не выдала. Типа, что за хрень, где, почему это со мной происходит? А, думаешь, в подвале дома вообще не пойми, что... Какой сок. Наверное, мы в малиновое варенье упали, да? Что за черт? Ты меня спрашиваешь? Это ты, конечно, приколистка. Думаешь, я знаю? Наверху свет проникает. Окей. Мы поднимаемся тогда. Может быть, еще кто-то подстроил это под первый. Да, ты, тут вряд ли будет ответ на твой вопрос, реально это или нет. Но это какое-то вообще старое... А, ну вот мы попали на Burnhouse Lane. Угу. Как будто знакомая, да? Wow.
Может, меня переглючивает? Такое ощущение, что я здесь уже ходила когда-то. Вас не преследует такое ощущение? Ё-моё, чё так много всего? Это вообще улица не закончится, что ли? Посмотри. Так. Дорога заблокирована. Это что? Запер. Хорошо. Погнали вот так вот просто сгребать все подряд. Отлично. Открыто. Войти. Войти. Ой, фу, блин. Ненавижу мух. Шаурму готовишь? Привет. А мне yes, сделаешь? Yes. Дядя, привет! Я знаю, ты спешишь, что, пожалуйста, я здесь почти закончил. Я буду с тобой, как только закончу с этой последней порцией. Ты куришь? Хочешь покурить, пока ждешь? Вперед, эта пепельница здесь не просто так. Ты хочешь, чтобы я курила в ресторане? Я бы действительно не стал заходить так далеко, называя это рестораном, дорогая. Фактически... Знаешь что, сигаретка это здорово, я выкурю одну, если ты не против. Дай бог он в трусах готовит, я не знаю, он раздет, если вы видите. Повсюду летают мухи. Это очень странно. Я, пожалуй, перекурю действительно. Началось, мое любимое. Смотри, какое-то уродливое мерзкое что-то. Ждет, пока он ее, видать, накормит. Обожаю, обожаю. Ну, просто секс. Ладно, что тут заперто, хорошо. Дементор. Ну, там что-то полненький ждет, когда его покормят. Типичная шаурма возле рынка. Вот вы не поверите, вот я как-то раз взяла шаурму прямо напротив железной станции. Ну, такое, знаете, вот такое помещение крохотное-крохотное. Там жарко, кобзда. Они эти шаурму эту делают. Знаете, какая вкусная была? Такой вкус шаурмы 100 лет не ела. Открыть. Заперто, хорошо. А здесь? Я не понимаю, кто у него там сидит, и делать предположений не буду, потому что они все будут неверны. Понятно? В этой игре невозможно угадать, что тут на самом деле происходит. Поэтому лучше не пытаться. Мусорные баки давно не опустошались. Ужасно воняют. Угу. Так, ладно. Сейф, конечно, далековато, я бы сказала. А, и все, да? Но вообще-то все, больше некуда идти. Тунец, клещи, канцелярский нож и отвертка. Все, пока. Да, здесь проходов больше нет. Но, походу, мне придется с ним как-то разговаривать. Не, ну а что я тебе скажу тут? Больше, потому что нифига нету. Видишь, экран краснеет, как в ту сторону иду. Я тебе говорю, что там недоброе готовится. Это точно, ладно. Так. Тут у меня ничего не было. Давай зайдем еще раз. Поговорить. Ага, я говорю, он все ей скидывает. Работа сделана, теперь чем я могу тебе помочь? Есть ли кто-то в твоем подвале? Да, хорошо подмечено. Это Руби, моя девушка. Она всегда рядом. У нее неплохой аппетит для девушки. She has quite an appetite for a girl. I know. Я знаю. We're already on сегодня она из третьей мясной рулет. Куда судевается? So, так что, она просто сидит там и ест шашлыки весь день? Yes, да, ей действительно очень нравится мой донер-кебаб.
All my girls do. Все мои девочки так. Здесь строгий режим кормления, он приносит реальный результат. На что подписалась, то и получаешь. Не балуйся с хлебом или салатом. Просто старое доброе мясо. Марк! Ни хрена себе, спасибо тебе. Вот такое во всей видимости. Самый огромный донат за сегодняшний стрим. Ничего себе, спасибо тебе огромное. Как раз прошел эту игру сам, очень ждал. Когда ты начнешь, пока не хорошо стримы. Желаю золотую концу. А что здесь есть разные концовки? Я не в курсе, но спасибо тебе. Вот, вот такое. Смотри, даже руки за экран вылетели. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе гигантское. Надеюсь, что будет хорошая концовка. Или что вообще. Или мы пройдем нормально. И мы не торопимся, если что. Но тем не менее. Все равно будем заканчивать-то не сегодня. Я же ее за раз не пройду. Блин, она длинная, так что не рассчитывайте. Маме, наконец-то я смогла отправить Ксюшу хоть что-то. Я тебя очень сильно люблю, ты солнышко. Спасибо тебе огромное тоже за донат. Продолжая. Она прикована к стене? Это цепи? Она прикована? Конечно, они! Безопасность прежде всего, это мой девиз. Ты не можешь этого сделать? Нет, смотри, ты не понимаешь. Это все по взаимному согласию, все хорошо. Она на самом деле подписала форму, позволяющую мне сделать это. Хочешь посмотреть? Может быть, позже? Я знаю, что выглядит немного странно, но я занимаюсь этим уже некоторое время, и поверь мне, цепи необходимы. Тем более после инцидента с Дести. О, Дести. Я никогда не прощу себя за это. Ничего не понимаю. Вы думаете, вам что-то станет понятно по поводу того, что происходит с этой женщиной? Почему она подписала контракт и прикована к цепям внизу? Нет, это же игры этого разработчика. Ни хрена вы не поймете, как и я. Теперь ты поменял ник на Скариш. Ну, ты сам понимаешь, что я не произнесу это, блин, на видео. Ты чё? Спасибо тебе огромное. Извини, что отвлекает игры. Меня интересует вопрос. Ты когда-нибудь была сходка? А, будет сходка. Последняя была 3 года назад. И еще раз, самое лучшее. Спасибо тебе огромное. Но я не в курсе, на самом деле, будет или нет. Пока как-то мысли у меня не было. Я пока об этом даже не задумывалась. Может быть, когда-нибудь, когда будет место, кто-нибудь сам предложит какой-нибудь... местечко, где можно собраться, вот, то было бы, конечно, здорово. Ну, а так, так не знаю, не задумывалась, честно. Так, продолжаем. Она издает какие-то странные звуки, вам не кажется? She's, кстати, о штанах. Making some strange noises. Она просто становится немного раздражительной, когда голодна, вот и все. Но теперь, когда у нас это, она, они должны скоро появиться. Ну, в любом случае, на пару часов. Ну, пока она там в порядке. Она более чем в порядке. Если ты спросишь меня, этот подвал, вероятно, самое безопасное место на Birdhouse Lane. Вот почему я больше не выхожу. Ну, что я знаю? Не обращай на меня внимания, я просто парень, который готовит шашлыки. А мясо тебе кто поставляет? Андрей, спасибо тебе гигантское на большой вкусный и сочный шаурма, Андрей, спасибо тебе большое. Тут не одна, тут 3-4 шаурма вообще за эти деньги. Спасибо тебе огромное, спасибо большое. Спасибо тебе гигантское, муа, спасибо. Тут и шаурма, и стейк, и все можно за эти деньги. Вы что, это просто огромные на самом деле деньги. А сколько стоит сейчас шаурма? На секунду даже задумалась. Но мне кажется, 4 точно. Да даже, наверное, 5 можно купить. 5, наверное, шаурмешек можно взять за эти деньги. Прикидывать. Можно просто обложиться так. Одну сюда шаурму. 2 в руки, 2 в ноги. Ну, вы поняли. Так, Бёрнхаус Лейн. Как я оказалась здесь? Бёрнхаус Лейн. How did I end up here? Судя по запаху, ты вылетела из канализации. Не в обиду. Но я была в доме в сельской местности. Без городов на много миль. Просто холмы и поля, а потом... Слушай, я не хочу быть грубым, но это просто не мое дело. Иногда такие люди, как ты, останавливаются здесь, они всегда задают вопросы и пытаются понять.
Они говорят, где мы? Где все остальные? Почему я? Но у меня нет ответов, и я даже не заинтересован в их поиске. Самый простой ник. Спасибо тебе, гигантское. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое. Немного опоздал, прошу прощения. Можно зайти? Люблю тебя и кошек. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо вам, ребят. Извините, я с кавказским акцентом читаю, потому что он говорит как будто с русским акцентом на английском, но я не могу такой акцент выдать, и я надеюсь, я никого не оскорбляю тем, что использую данный акцент. Ладно, вы, если еще не обижаетесь, правда, ну это просто такой дурацкий стереотипный акцент. Ну, он правда же такой бывает, ну. Я просто любитель шашлыков с Бернхаз Лейн, и за 5.99 я приготовлю тебе отличный донер-кебаб. Ты хочешь один? Я буду есть, когда вернусь домой. У тебя тут такой срач, ты серьезно думаешь, что я хочу, чтобы ты мне здесь что-то приготовил? Я даже не знаю, откуда это мясо, если он отсюда не выходит. Ну, больше на турка похож. А, ну вообще, вот этот вот шляпка, да, у него? Может, он египтянин? Они такие носят же, вот эти красные, как цилиндрические такие шляпы с чем-то тут висюльками. Так, ты упомянул кого-то по имени Destiny. Кто она? Да, и что с ней случилось? You mentioned someone called Destiny. Who's that? Destiny, она была... Она была любовью всей моей жизни, жила в подвале, так же, как Руби сейчас. Но Destiny... О, Destiny заставила мое сердце биться, как барабан, ты знаешь. Бум-тарара-бум, тарара-бум. Бум-тарара-бум. So special. Такая особенная, такая so красивая. So такая big. Большая. Она могла съесть вдвое больше мяса, чем могли другие девушки. Но потом однажды... Дай угадаю. Изменила мне и села на диету! Ты что? Это же сразу разлюбить! Как же так? Если он полюбил за то, что она может сожрать больше, чем вдвое, чем он, так это нет. Она убежала с другим мужчиной? Блин, да тут все его оскорбит. Убежал с другим мужчиной? She ran off with another man? No. Нет, нет. Она стала такой большой и сильной, что однажды разбила люк, вылезла и пошла за мной, как яростный бык. Я верю, что ее намерение было проглотить меня, как лакомый кусочек. Господи. Так или иначе, она наверняка разорвала бы меня на кусочки, если бы я не заполз в морозильник, чтобы спрятаться от нее. Затем она ушла, и я больше не видел ее. Это, собственно, твоя вина, это все твои шашлыки. Я не удивлена, что он сошла с ума. Ты не понимаешь, ей это нравилось. Она умоляла меня накормить ее. Но в конце я уже не мог удовлетворить ее тягу к мясу. Его никогда не было достаточно, она всегда была голодна. Как думаешь, что случилось с ней сейчас? Она бродит по парку поблизости. Я слышу крики иногда поздно ночью. Это она питается невезучими прохожими. Моя бедная, дорогая Destiny, в ней осталось не так уж много человечности, или нет? Или вообще не осталось? Ну и нахрен дурдомище, да? Кстати, кто не в курсе, Рич выкупил Швепс, и у них есть от Рич тоники, продаются, ну, в железных банках. Если увидите вот это то же самое, это Рич выкупил, да, это... Точно такой тоник, просто в другой упаковке. Неизвестно, зачем они сделали, но, в общем, вот так. В этих играх прекрасно английский. Зачем портить ее озвучкой? Затем, что другие люди смотрят с телефона. Им неудобно все это читать. Так, как тебя звать-то? What's your name? Дорогая, я всего лишь обычный любитель шашлыков. Really ты действительно хочешь запомнить мое имя? Ну да. Yes. Ты даже... Ты можешь звать меня Умар. Но держу пари, ты даже не вспомнишь об этом завтра. Черт, ты даже не вспомнишь об этом через 20 минут. А что, если я сделаю? Тогда ты получишь один большой донер-кебаб с доставкой. О-о-о. Ни за что.
Я, если что, ни за что бы не стала здесь есть. Даже не рассчитывай. Так, итак, есть другие люди, подобные мне, которые нашли это место. So there are other people like me who found this place. Я вижу их иногда, не очень часто. Funny, это забавно, но все вы пахнете одинаково, без обид. What do you mean? Что ты имеешь в виду? Пахнет чем? Канализация, он же уже говорил. Sickness. Болезнью. А, болезнью, well, что ж, я здесь here. Не останусь. Как мне вернуться? Sure ты уверена, что хочешь пойти? Я бы... Я мог бы свести тебя с... Кем-то... Ты очень любезна с твоей стороны, но... Дома есть кое-кто, за кем я должна присматривать. У него могут быть неприятности, если я не вернусь до рассвета. Понимаю. Что ж, тогда не буду тебя останавливать. Но эй, я только что вспомнил кое-что, что могло бы тебе помочь. На прошлой неделе я слышал, как кошки шумели в старом музее часов. И? Кошки знают то, чего не знаем мы. Они единственные могут проскользнуть на Бёрнхаус Лейн и выйти, когда захотят. Прям Каролин в стране кошмар. Хорошо, я попробую попасть в музей часов. Как мне туда добраться? А, видишь ли, в этом и проблема. Ты просто больше не можешь туда попасть. Почему нет? Помнишь, я рассказывал тебе о Дестине, как она бродит по парку? Ну вот, где находится музей часов. Прямо там, на ее карбовых угодьях. А что, если я решу пойти в парк? Я прошла мимо, я уверена, что ворота были заперты. Эти ворота всегда заперты, но есть путь через общественные туалеты, они прямо рядом с парком. Ты можешь взять ключи от туалетов там. Все отлично, сейчас донаты прочитай, извините. Просто верни их позже, мне они очень понадобятся для клиентов. И если ты увидишь Destiny, просто беги, она сильна, она агрессивна, но она так неуклюжа. Ты можешь увернуться от нее, если достаточно быстро, но если она схватит, я не позволю ей схватить меня. Хорошо, мне бы было грустно увидеть, как твоя милая речка превращается во что-то там. Ха-ха-ха. Да! Влад, спасибо тебе гигантское за донат. Не задонать моему любимому стримеру грех. Часть стрима проспал. Каюсь. Всем привет и удачи. Спасибо тебе огромное. Эйри, это лучший акцент. Вообще очень нравятся твои озвучки диалогов в играх. Вы мне просто льстите, я все прекрасно понимаю. Спасибо тебе гигантское, Эйри. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за донат. Ну что ж. Я не боюсь ни одной толстой цепочки. Увидимся позже, Амар. I'm not scared of one fat chick. I'll see you later, Amal. Все, туалетов мы взяли. Слава богу. Делаем сейф и делаем перерыв. А что-то с ней должно происходить, он говорит, сейчас что-то там появится. Сёма умудрился открыть дверь в комнату. Прикинь, как ты открыл эту дверь? Как ты это сделал? Семён, ты чё? Жопу отъел? Ну все, он под хромакей залез. Всё, до свидания. Ладно, давайте сейчас перерыв сделаем, а я как раз достану Семёна. Прикиньте, он просто взял... А, нет. Ну иди ко мне. Сёма. Вот дурак. Сейчас он пытается выскочить через дверь обратно. Я не знаю. Никота дурак, тебе слов. Все, ладно, давайте делаем короткий перерыв. И скоро продолжим. Сейчас будет новая музыка. Зацените, хорошо? Thank you.
то, что я вернулась, и рассказывайте мне, как вам новое музло. Которое я... Ну, вы поняли, короче. Рассказывайте, как музло. Ну все, придется вам привыкать. Нормально? Хорошо. Но, кстати, я выбрала ее для перерыва не как, наверное, для всех игр. Она просто супер хорошо подходит именно под эту игру. Понимаете, именно поэтому я, собственно, и выбрала, ну, под эту игру. Потому что отлично подходит такой саспенс. Кто-то написал, что она похожа чем-то на «Странные дела». Там вся музыка вот эта бесплатная у Хэрриса Хеллера чем-то похожа на что-то вам знакомое. Ты слышишь музыку и думаешь, где-то мотив знакомый какой-то. Ой, скулы свело. Извините, просто это. О, господи. Тоник такой кислый оказался. Ладно. Ну ж ты... О, он нам дал ключ от туалета, соответственно, мы туда идем. Значит, там находится его прекрасная женщина. Да, бывшая его, которую... А вот одну он подкармливает, вторая, значит... Вторая женщина находится в парке. Она, вот она сбежала от него, его любимая. Он ее откормил. И вот сейчас мы посмотрим, насколько сильно он ее любит. Уже немного неловко, да, от всей этой ситуации. Ну, ничего не поделаешь. Я могу это открыть, насколько я понимаю. Фу. А, сейф здесь есть. Фу. Смотреть старое письмо. Это старое письмо от кого-то по имени Мэри. Она кажется разочарованным своим мужем, поскольку он не сдержал обещание забрать ее куда-то. Может быть, отпуск. Я не думаю, что это связано со мной, хотя... Думаю, стоит сохраниться, да? Ну, знаете, мало ли, что там... Что там хрипит в туалете. Да открывай ты, елки, уже сохранились. А, заперта. О, это как раз проход в парк. Нет, стоп. Так, тихо, тихо, ну. Не хрипи. Давайте посмотрим женский. Если Анри кого-то забанит, разбанить смогу только я. Потому что только у меня доступны списки всех забаненных. В зеркале что-то есть, я не могу разглядеть ее сквозь толстый слой грязи, которым она покрыта. Может, отскоблить? Нет. Поискать в туалете. Он выглядит грязным, я не полезу туда голыми руками. Ну, понятно. В общем, она здесь ничего не будет искать. Потому что у нее нет каких-нибудь типа перчаток. Не, ну просто, да, чтобы разблокировать, нужно зайти в списки в настройках канала. И только так может. Поэтому я говорю, если кого-то случайно по ошибке забанили или что-то не то произошло, можете просто написать в группе ВКонтакте. Давайте на всякий случай засейвимся, лишним это не будет. Короче, она там бегает, и она очень опасна. Если от нее убегать, она говорит неуклюже. Собственно, все, что мы знаем. Ох, ёлки. Как считаете, что сейчас будет? Мы увидим, как много кебабов он ей скормил. О, да. Красная луна, кстати. На данный момент мы пытаемся вернуться к деду. Чтобы приготовить ему сэндвич, а то он без нас не справится.
Но это было не слишком сложно. Да, было несложно. Но это еще ничего не значит, ты бы рада не радовалась. Hello? Привет. Там никого нет, но билет все равно не понадобится. Курить под знаком не курить. У меня нет каких-то четких дней, по каким проходит трансляция. Просто так происходит. Вот и все. О! Как у вас там? Как поживаете? Вас убили? Весьма печально. О! Потрясно. Как думаете, ее здесь нет? Наверное, нет. Но бегаем мы быстро. Если его подружка очень больших размеров и пыталась его проглотить в один присест, то не думаю, что она бегает быстрее, чем мы. Какие? Он даже предлагал нам посмотреть договор, который они заключили. Мне кажется, это какая-то дичь. Не знаю, как, о чем конкретно он хотел поговорить. Еще он хотел нам показать, но я не стала бы. Не хочу узнавать вообще подробности. Как так вышло? Как так вышло, что ему приходится, понимаешь, что у него со своими девушками заключен договор? Господи боже. Ничего, хорошо. Проверяем дальше. О! Пистолеты и патроны, хорошо. Часики с кошкой. Treasure Hunter. А, и что, это значит, что я что-то клевое собрала? Так, ну погнали вот сюда. Я не знаю, но вряд ли он сможет здесь исследовать. Это не сработает. Окей, давайте сделаем сейф. Хотя там тоже внутри был сейф, это было совсем не обязательно. Так, ну там кто-то кричит, но он нам не нужен, так что идем. Я рад, что она не голыми руками ковыряется. Ну не, у нее как бы остатки разума-то остались, извините. В общественный туалет рукой лезть, я бы тоже не стала. Мне кажется, она умудрилась куда-то внутрь пройти, его женщина. Так, давайте, ладно. К черту правил, давайте все-таки здесь сохранимся. Я пока, ну, пытаюсь запомнить, что здесь и как здесь. Ну что ж, пошли. Точнее, даже побежали, да? Кто ты? Можешь меня выпустить? Чарльз запер меня. Он хотел обратиться за помощью, но... У него ничего не получилось. Она поймала его. Она, черт возьми, съела его как животное. Я видела все через эту дыру. Боже, черт возьми. Кто ты? Я... Какое имеет это значение? Я бы тоже испугалась. Я просто больше не хочу быть здесь. Кто убил твоего друга? Она сделала это. Мы были в парке. Там была кромешная тьма, а потом мы услышали эти громкие шаги. И бульканье. Мы побежали сюда. Чарльз ушел за помощью, но он не выбрался оттуда. После я просто сидела здесь, ожидая, когда кто-нибудь спасет меня. Где ключ? Он был у Чарльза. Я знаю, он спрятал его в нагрудном кармане. Тогда, предполагаю, Чарльз, парень в задней комнате с выпущенными кишками, ключ должно быть в желудке его убийцы. Наряду с печенью Чарльза и почками. Нет, дерьмо, нет! Господи, какая ты милая. Верни его. Я больше не могу находиться здесь. Ну что я могу сделать?
Хочешь, чтобы я подождала, пока она все испортит? Хотя... По дороге сюда я слышала странные звуки, доносящиеся из туалетной кабинки. Что если это была она? Я не знаю. Просто сделай что-нибудь. Да что угодно. Просто убей ее и вырви ключ из ее чертового живота, мне все равно. Хорошо, я найду способ. Она такая милая, заметили? Она такая... Я скоро вернусь. Ты держись там. Мне так понравилось, мне это вообще, это так здорово, просто... Она, видимо, со своим молодым человеком пришла сюда, да? И наша главная героиня просто вместо того, чтобы сказать, как жаль, сказала, ой, ну, наверное, кто-то, кто его сожрал, у него ключ, ой, вместе с почками и печенью твоего мужа, жениха, друга, не знаю. Но она его не целиком съела. Потому что растерзанный вот здесь... Это не то. Ну, в смысле, так его целиком никто не сожрал. Не понимаю. Это так странно. Или я что-то путаю? Да, понятно. Убей ее и все. Вот это хорошо. Ладно, билет не понадобится. Хорошо, а что мы должны сделать? Мы должны как-то помочь тому животному выбраться из туалета. Некоторые слабые стены можно разрушить, прорываясь через них. Еще я могу увернуться, типа. Давайте проверим, я просто не совсем врубилась, как это должно работать. Лошара. Да, с такими, блин, таким темпами она меня ни в жизни не догонит, господи боже. Подожди, а в какой-то сейчас туалет я попала, интересно. Какой-то вентиль. Каракули. Ладно. Еще что взять чистящий спрей. поискать в туалете. Ну, я уже искала, да? Угу. Не совсем я врубат, конечно. Надо как-то выпустить животное оттуда. И плюс у нас какой-то чистящий спрей. На, тунец, красная сельдь, один из худших брендов на рынке. Не хочу, чтобы Джордж съел это. Это можно в комнату будет поставить. Как он, черт возьми, оказался в кишечне? Значит, согласно лейблу, он заставит все блестеть и сиять. Ок. Пшик-пшик. Что написано? Бёрнхан Слей 72-1. Я на этот раз, черт возьми, сделаю это. Иди посмотри на меня, Дэн. 72А. Ну, в смысле, это тут где-то было 72А, я это уже видела, но просто там дверь была закрыта, хотя мы шли. Это не мои проблемы. Дико извиняюсь, меня это не касается. Я даже не буду оборачиваться, и как хотите, то и делайте. Заперто. Но подожди, есть интерком, может он все еще работает? Эйри, спасибо тебе гигантская за донат. Судя по силуэту, существо это потолколазый лампосос из Little Nightmares. Точно. Абсолютно верно. Спасибо большое. This is it. Ну, как было сложно не запомнить, если честно. Очки эти. Ну, которые мы только что на зеркале видели. Так, ну погнали. Есть тут что-нибудь?
Нет. Хорошо. Ну что ж, давай посмотрим. Я, черт возьми, сделаю это. Да посмотри на меня. Хорошо, давай посмотрим. Хорошо. У нас куча, на самом деле, предметов с собой. Хорошо, что для полки кое-что есть. Значит, мы после этого вернемся, если что. Мы отсюда вернемся. Заперто. Не заперто. Угу. Прыгаем вниз. Все это, конечно, супер весело, но у меня сейва давно не было. Повсюду полно отпускаемых по рецепту лекарств. Я не знаю ни одного названия на этикетках. Однажды я слышала, что если ты смотришь на белый шум достаточно долго, то в конечном итоге начинаешь видеть всякое. Угу. Смотри, у меня даже выражение лица изменилось. Я никогда не узнаю, кем он был и почему он решил покончить жизнью таким образом, но я надеюсь, что он обрел покой, где бы он ни был. Ему это больше не нужно. Не, ну а что? Ему это реально больше не нужно. Мне больше пригодится. Опа. В двери большой висячий замок. Как мне теперь уйти? Получить ключ от музея... Найти оружие, чтобы убить. Так я нашла его. Может, я что-то не знаю, и как-то тут надо отдельно вызывать. Нет. Ты что, ты не взяла, что ли, оружие-то? Он уже мертв некоторое время. Пистолет прочно застрял в мертвой хватке. Пожалуйста. Туплю, я думаю, в чем проблема? Все, у меня есть 10 патронов, хорошо. Ну все, мне кажется, Деста не будет сейчас. А как мы ее прострелим таким махненьким пистолетом? Вот, знаешь, если бы ее было так просто убить, ее бы, наверное, кто-то уже попытался убить. А почему у меня 8 патронов? Алло. Почему 8? В смысле? Было 10. Я потратила 1. С каких пор их 8 осталось? Я что-то не поняла. Ладно. Главное сделать будет сейф, если что. Тут закрыто и всегда, видимо, будет закрыто. Так, здесь мы все посмотрели, да? Здесь, наверное, больше ничего нету, да? Я уже искала тут. Я не помню, я все осмотрела? По-моему, да. Угу. Все, ладно. Может, одним он застрелился, а другим ты выбила дверь? Так, в смысле? Я же подобрала 10 в туалете. А, сейф. Да, давайте сделаем сейф, потому что я пока не уверен, что я разберусь, как правильно стрелять. Ну, чтобы не это самое... Ну что, как считаете, у нас получится? Ну что, тварь? О,
знаю, зачем нам нужен нож канцелярский. Как думаете, зачем? О, вот и ты. Пришел полюбоваться? Твою мать! Сделала это курящая девушка! Курящая девушка? Парк теперь в безопасности, я думаю. Просто не позволяет ему повториться вся эта история с кормлением. Это безумие. Это должно прекратиться. Ну, может быть, я наслаждаюсь безумием. Постарайся быть более неубежденный, мой друг. Кто знает. Возможно, однажды нам придется жить дверь к двери. В ее животе ключ, который мне нужно достать. А, сам ее разрежешь. Да, ключ. Только не говори, что я достану. Только не говори, что будешь из этого мяса готовить потом. Видишь этот нож? Да, делай то, что должно, я просто подожду. А вот и мясо, да, для шавухи. Фу, для других девушек. Ты знаешь, в застреленном виде она уж не такая огромная, кажется. Все, достал. Это тот ключ, за которым ты охотилась? Что? Ты нашел там еще ключи? Нет, но я нашел золотые часы, я оставлю их себе. Мне все равно, просто дай мне ключ. Увидимся снова, курящая девушка. Пока, Омар. Ах, ты запомнила, запомнила. Я обещал, что дам тебе что-то, если ты вспомнишь что-нибудь на память обо мне. Спасибо, шаурма. Блин, реально приготовил мне. Не уверена, что с ним сделать. Что с этим делать? Он пахнет довольно хорошо. Но я сама небольшой поклонник. Но спасибо, ладно. Бывший любовник Дестини вытащил это из ее живота. Вот насколько он заботливый. Я предлагаю девушку, надо вызволить-то. Может, она хочет стать новой девушкой Омара. Знаешь, почему я его имя, кстати, не забыла. Потому что он звучит как то, что я хочу попробовать когда-нибудь в своей жизни. Сожрать. То бишь, Омара. Так поэтому я и запомнила. Так, подруга, вылезай. Чё ты там сидишь? Все, я все сделала. Пойду-ка, пожалуй, назад и сохранюсь. Уж хочу омара. Я ни разу не пробовала, даже не знаю, какой он на вкус. Наверное, божественный. Наверное, просто божественный. Ты его с умоляю, сейчас даже мясо нормальное не купишь за нормальные деньги. Какой-то вот такой тефлюшечный кусочек просто говядинки, который, знаешь, на две порции тебя еще кому-то. Рублей 600-500 стоит мясо. Одуреть можно. Вообще, ошалели с этими ценами в магазине. Тьфу на них. А на креветки вы цены видели? Это пипец. Я просто какой-то... Короче, сейчас отвлекусь на секунду. Я смотрела какой-то... Как он называется? Мукбанг. Вот, какой-то корейский. Короче, она там ела маринованные эти сырые креветки. Но они не сырые, они маринованные. Такие серые, знаете? Тигровые. В общем, у них они, правда, вот таких аж размеров, ну, такие супер гигантские. Я видела, что они очищают от панциря как-то в соевом соусе два, что ли, дня или там день маринуют и кушают. Я тоже очень хотела, а потом я залезла посмотреть, как они стоят. И все. И, конечно, перехотела. Ну, прикинь, 5 кусков. Вы что, охренели, что ли? За небольшое количество креветок, которым ты даже не наешься, в общем-то. Дурдом. Дурдом. Где ты? Господи, мы попали в вагину, судя по всему. Что происходит? Я схожу с ума. Обожаю креветки. Я тоже их люблю. Так,
Это главный блок подачи газа. Ты можешь включить и выключить его. Ёпта, так ты мертва? А что с ней случилось-то? Что-то я не поняла. А я должна это сделать? Какой-то... Она же была жива. Но, видимо, это милосердное что-то. Я не знаю, что мы делаем. И знать не хочется, если честно. Прям как духовку, да, разжигаем? Ну, ёлы, ну сказали делать, я и сделала. Видишь, как не только сэндвичи, но и людей могу готовить. Ты же что хотела, то получила. На. О, я дома! Подожди, причем у себя дома? Hello? Привет. Hi, привет, меня зовут Бет. Я звоню из медицинской клиники Хоупдейл. Я говорю с Энджи Везер? Yes. Да. Okay. Хорошо, That's замечательно. Вы были у нас на той неделе, делали тесты, результаты готовы, и... Are they okay? Они в порядке? Доктор Мэтьюс спросил, сможете ли вы прийти, он все объяснит. Подождите, что-то не так? Я больна? Боюсь, мы не разглашаем подобную информацию по телефону, давайте договоримся о встрече, хорошо? Вы можете сделать это сегодня днем? Sorry, can you repeat? Вы не можете повторить? I can't hear you very well. Я не очень хорошо вас слышу. I want to help you. Draw an X on the door. Нарисуй X на двери, на дверь и приходи ко мне. What? Что? I want to take Я хочу познакомиться поближе. Никто не может мне помочь. No one can help me. Wait a second. Подожди секунду. Вот это глюны, да? Привет, Ксюш, первый раз доначить. Я хочу поддержать и сказать, что я твой олд. Смотрю тебя очень давно, еще с выживания по Майнкрафту. Твои ролики всегда помогают настроение. Спасибо тебе. Лизгинка Туп, спасибо тебе огромное за донат. Очень рада. Я, правда, очень рада. Для этого, как говорится, и стараемся. Так, нарисовать X на двери, но чем? Мел какой-то. Ага. Ну ладно, рисуй. Он сказал, значит рисуй. Какая тяжелая наркомания. Даже не надо не пытаться понять, разобраться, что здесь происходит. В этом никакого смысла. Yes. Да. I think you Я думаю, что у тебя может быть шанс. У меня есть хорошее предчувствие по поводу тебя. Это твой голос я услышала по телефону? Кто ты? Чеширский кот. Как видишь, я кот. У меня был прекрасный теплый дом. Но однажды Андрея заболела. Она прибыла в Бёрнхаус Лейн, я последовал за ней. Я остался. Куда еще я могу пойти? Who's Andrea? Кто такая Андрея? She was my friend, of course. Конечно. A long time ago. Мы оба погибли в этом огне, но я просто отказался принять это. Почему я здесь? This is where вот куда больные приходят умирать. Where else would Где you ты be? Могла оказаться еще? Are ты тоже болен? No. Нет. I
Я не должен быть здесь, но кошки никогда не подчиняются правилам. Вместо этого иногда я стараюсь помочь бедным душам, как ты. Потому что я знаю, как вылечить рак. Эта гнилая болезнь медленно убивает тебя изнутри. Slowly killing you from the inside. I can give you a fresh start. Я могу дать тебе новый старт, если ты готова ради этого работать. Там нет лекарства. Они ничего не могут сделать. But there is кое-что, что ты можешь сделать, Энджи. Лекарство внутри тебя. Тебе просто нужно протянуть руку и найти его. Но это будет нелегко. Сначала ты должна мне кое-что доказать. Докажи это себе. У меня такое ощущение, что они пытаются сделать второе The Cat Lady, но не уверен, что это будет так же, конечно, эпично, но история один в один, блин. Та хотел, ну... Это тоже хочет, но она, у нее другое дело, она вообще больна, как бы. Тут тоже она встречает типа помощника, который предлагает ей сделку. Вернуться как бы в жизнь и вылечиться от болезни. Я сделаю это. I'll do it. Just tell me how. Просто скажи мне, как. I'll give you я дам тебе 5 задач. Там надо было 3 маньяка поймать. Исполни их все, and you will и ты будешь жить. Первая задача — привести сюда злого человека на Бёрнхаус Лейн. Ты встретишься с ним очень скоро. Не позволяй ему усыпить тебя ложным чувством безопасности. Но вместо этого заставь его последовать за собой сюда. Конечно, он не пойдет добровольно, поэтому используй найденный тобой метод рисунок на двери. Он отведет его прямо на Бёрнхаус Лейн, если он пройдет через нее. Здесь он заплатит за свои злые дела. Возвращайся. Наступает новый день. Ну, понятно. Но мы скоро встретимся снова. Но теперь открой дверь. Вернись. Ну все, теперь мы возвращаемся, он будет давать по одному заданию. Я верю, что старому Джорджу понадобится твоя помощь. Ну окей, понятно. Знаете, что я подумала? Тут так много диалогов, что я не уверена, что получится на 2 стрима растянуть. Может, я растяну побольше. Не хочу себя перегружать после болезни, скажем так. Ну что, теперь будете подсказывать мне, как делать себе сэндвич. Маленький ягненок съедает. Опять кислота. Чисто королева паразита в виде кота. Понимаешь, многие разработчики пытаются всегда повторить свои самые успешные игры, как мы с вами проходили последнюю Dark Pictures. Она один в один пытается быть Until Dawn, но выходит каждый раз не очень. Здесь тоже прям очень схожие сюжеты, так что да. Был ли Бёрнхаус Лейн реально, или я его придумала? Нет, это совсем не было сном. Если сожженный кот был прав, это означает, меня можно вылечить, я могла бы получить свой второй шанс. Я бы больше не потратила впустую ни минуты своей жизни. Но я не должна забегать вперед, давай просто посмотрим, что произойдет. Уже утро, меня не было всю ночь. Интересно, все ли в порядке? Так. Сожженный кот дал Энджи специальный дар. Она может заставить одного человека сказать правду, независимо от обстоятельств. Первая сила Мистер Грей может использоваться во время разговора, когда увидите звездочку. Подпись рядом с опцией диалога. Тем не менее, Энджи может использовать силу раз в день. Знак звездочка указывает, что сила уже истощена. Ты можешь проверить статус кошачьей силы на экране инвентаря. Понятно, то есть я могу узнать правду в определенный момент диалога. Очень интересно.
Так, давайте поставим, у меня же есть. Вон, смотри. О, использование силы плюс один. Наконец-то время для сэндвича. Сейчас будете мне рассказывать рецепты, ибо у меня их нет. Как всегда, рецепта не видать. Не сейчас, да? А, его надо просто найти для начала, Джордж, окей. А, кстати, а действительно, а где Джордж? А чё он не смотрит свой телевизор? Джордж! Вы где? Не пойму, куда делся-то? Мужчина! Да он убежал. Может, спит все еще? Может, подняться с кровати не может? Нет, здесь его нет. Так, ну ладно, пойдем наверх. Но у меня в комнате его явно нет. Значит, я могу два раза, прикиньте, использовать эту силу благодаря артефакту, который я нашла. Круто, правда? Джордж? Джордж? Может, он уже спустился вниз? Да кто же его знает? Джордж! Ты чё? Ниндзя такой. Куда же он подевался-то? Ёлы, может, правда на улицу ушел опять? Да нет. Забыли в тот раз за собой смыть, надо смыть. Еще в подвал, что ли, пошел? Дед, вы где? Вы куда подевались-то, алло? Ядрен батон. Может, он на кухню сам пошел себе сэндвич готовить? Или вообще уже тут сидит? Нет, его здесь нет. Да-да. О! Вот он, это какой-то ублюдок местный. С добрым утром, дорогая, я ищу Джойс. Джойс! Джойс! Мне нужно срочно с ней поговорить, она в порядке. Она рядом, точнее. Извини, но как ты только что вошел? Что ж, я довольно долго звонил в колокольчик, никто не открывал дверь. Это четкий признак того, что никого нет дома, либо все очень заняты. Как бы. Я слуга Божий, а Бог не нуждается в приглашении. Кстати, Джордж хорошо меня знает, и Джойс тоже. Фу, какой наглый, да? Кстати, а Джойс, где она? Мне нужно обсудить с ней небольшое дело. Ну, ее явно здесь нет. Но она всегда здесь! Присматривает за старинной Джорджем! Как бы еще он справлялся в наши дни? Какой ублюдок, а? Сабина, спасибо тебе огромное за донат, малышка наша. Очень рада видеть тебя на стриме. Очень нравится подобные игры в твоем прохождении. Не болейте больше, люблю, обнимаю, это лучшее. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большое за донат. Ох, это Джойс! Сиделка? Да, та самая, где она?
Прости, но я тебя не знаю. Лучше сидеть с дочерью Джорджа, понятно? Че я буду сейчас с какому-то непонятному человеку что-то рассказывать? Лучше свяжись с ней, и все. Но почему? Что-то случилось? Слушай. Я отец Роб Коллинз, давний друг семьи, столб этого сообщества. Я думаю, что у меня есть право знать. Я знаю труп других столпов, и ты в их число не входишь, понятно? Ну, все, что я могу сказать, что меня зовут Энджи Ямит, сестра из агентства, замещающая Джойс. О, что ж, в этом есть смысл, но... Как долго ты будешь здесь? Несколько недель. Несколько недель? Что мне делать? Что мне делать? Ой, это совсем нехорошо. Что нехорошо? О чем ты? Что ты хотела, Джойс? Это... Боюсь, мне не разрешено говорить об этом. Я уверен, ты понимаешь, что то, что сказано на исповеди, остается на исповеди. О, продолжай, я все равно никому не скажу. Ну, в этом случае хорошо, я... Хотел просто купить некоторые из этих особых трав у нее. А, наркоман! Она выращивала их под землей в секретном месте. Она не хотела показывать мне, где именно, только она знает. А, ну понятно, всякую травушку-муравушку полюбить. Теперь все ясно. Хорошо, я поняла. Хотел купить горшок. Горшок? Не горшок, Стрёс. Извини, просто немного закружилась голова, у меня в голове все смешалось. Сделай глубокий вдох, и все будет в порядке. Что? Поверь мне, я медсестра. О чем мы говорили? О том, что ты там чудо прибахиваешь, умник. Утречка, медсестра. Утречка, отец. Что еще? Это что за уродец? Ты сюда попал? Это просто Киран, не обращай на него внимания. Он живет на ферме и пасет овец. Я слышал в буквальном смысле, как люди говорят. Не слушай этого дурака, медсестра. Он просто любит запугивать людей. Ну, ты же валиец, верно? И я видел тебя рядом с овцами. Я чертов пастух! Конечно, я рядом с овцами, забочься о них! Бедные существа, в ужасе каждый раз, когда ты приближаешься к ним. Это именно то, о чем я подумал в прошлый раз на твоей воскресной мессе, отец. И когда это было, Киран? 10 лет назад? 20? Прекратите спориться, вы двое. Я вообще не знаю, кто это такие. Убирайтесь нахрен отсюда. Что ты хотел? Что ж... Я зашел к загону для овец, чтобы накормить овец. Не делал ничего ужасного, верно? Так что я иду по восточному двору к дому. Я был не слишком счастлив, потому что снаружи льет как из ведра, и я уже чувствую, как у меня в ботинках вода. А потом угадайте, что я вижу. Бедный старый Джордж сидит прямо на вершине сарая. Я позвал его. Я сказал, хорош, приятель, ты упадешь. Он просто послал меня, так что я не могу с этим справиться. На самом деле, я просто присматриваю за овцами, сумасшедшие строки вне моих полномочий. Дерьмо. Разве это не твоя обязанность постоянно присматривать за Джорджем, медсестра? Отведи меня в сарай, Киран. Я справлюсь. Пойдем. Судя по всему, ситуация может потребовать божественного вмешательства. Какого, блин? Волшебные травушки твои! Так, вы хотите... Они мне хотят рассказать, что кто-то из них здесь, короче, псих-психанутый. Кто-то из них маньячельник, кто-то из них очень плохой человек. Это, по-моему, не та улица, что мне нужна. Пошел дождь, и разразилось наводнение. Но он не пал туда, потому что стоял на скале. Ага, нам все-таки надо было сюда, хорошо. Нифига не понимаю, что происходит, ну ладно.
А, вон он там наверху сидит. Там наверху, ну я вижу, да. Дед, чё, совсем таблетки забыл? Sorry. But why would he go up there? Зачем ему залезать туда? Why don't you tell us? Почему бы тебе не сказать нам? Ты сидел? George, Джордж, давай! Oh, ну, no, ради no, всего святого! Видишь? Никто тебя не слушает, приятели, Джордж тоже. Там было написано, что разговор на крыше, надо поменять, что-то поменять что-то в субтитрах. Отец Роб, есть идеи вообще? Я бы хотел, чтобы Всемогущий дал нам крылья ангелов в такие времена. Но поскольку он этого не делает, я думаю, что прибегну к другому лучшему способу. Какому? Я помолюсь за его безопасность, дорогая. Ладно. Так, ты хорошо лазаешь, Киран? Киаран. О нет, я не пойду туда, медсестра, мне же. Доски прогнили насквозь, и лестницы, они не были созданы для человека моего роста. И твоего веса. Отвали уже, а! Я почти ничего не ем. Я унаследовал ген жира от матери. Он делает мою ловкость немного низкой. Ну и что? О, я видел, как ты танцуешь на сельском фестивале. Да хорош! Никакой ген жира тебе там не мешает. Ну, отлично. Последнее, что нам нужно, чтобы ты тоже застрял на крыше. Я пойду сама. Вы бесполезны. Ага. Я, пожалуй, сама этим займусь. Но я не хочу тратить свою драгоценную способность. Я уверен, что она мне пригодится. Прикиньте, на самом деле, ее можно хотя бы один раз. Это обидно, если честно. Всего один раз можно юзать. Hey, lady, леди, ты пытаешься убить тебя? Ты это видел? Этот металлический стержень почти пронзил тебя. Возможно, я уже и умерла в этот момент. Так, дед! Оу. Я не пролезу. Как он вообще туда залез? Ну, кто же его знает? Толкать? Не могу его толкнуть. Внутри что-то тяжелое. Короче, у меня сил не хватит, если я верно понимаю. Нет, хрень ни в жизни не подвину. Надо кого-то уговорить залезть и толкнуть. А я не могу никого. А, хотя бы даже 100. Возьму. Ой, отпусти ситуацию. Ничего не произошло. А, я прут упал, правильно. Я полезла по лестнице. Прут упал, и он сказал: боже, я не могу отойти, как страшно, все еще боюсь. Ну, хорошо, возьми прут. Бац. Красиво. Че там? Предупреждай, прежде чем начинаешь сбрасывать тяжелый предмет оттуда. Я имею в виду, это было близко. Да-да-да. Что там? Берегите свои головы там внизу, вот-вот пойдет картофельный дождь. Я предупреждала, чё ауч-то? Сами виноваты. Ну что ж, ладно. Блин, у неё лицо каждый раз в профиль, в анфас каждый раз разное, заметили? Сказано, что для разговора на крыше вроде как надо поменять будет сейчас мне саба. Я не уверена, надо это сделать или нет. Но вроде надо.
Вот здесь надо. Или вот так надо. Должно было быть классический. А, понятно. Мне надо было классический включить, чтобы они не обрезались. Хороший вид, а? Nice view. You can see from отсюда все видно на многие мили. Ой. Да. Ты не возражаешь, если я сяду рядом? Do you mind if I sit down with you? Уверена? Ты промочишь задницу. Не имеет значения, я уж промокла. It doesn't matter. I'm soaked through already. Хорошо. У меня, короче, неправильно, если что, настройка сабов, прикиньте, стояла все это время. Посидите в тишине и примите жизнь. Все, заставка готова прям. Так, ну хорошо. Мы с ним поговорили. Что теперь? Мы можем Джорджа как-то забрать? Что-то вообще можно сделать новое? А, все, мы его... Зато я ничего нового не узнала. Это плохо. Это хорошая чашка чая. Тебя согреет, Джордж. Все у тебя будет хорошо. Конечно, с ним все будет в порядке. Он жесткий парень. Он боролся с медведями, бил волков в свое время. Разве это не так, Джордж? О, я не знаю о медведях, Киаран. Где Роб? Он пошел копать свои наркотики, слышите? Держу пари, он снова что-то вынюхивает. Ну-ка. Вот так. Сейчас должны быть нормальные священники. Так. Почему ты здесь, Киаран? Вы здесь? Вы тут? Отвечайте мне! Вы здесь? Вы тут? О, господи, что это было сейчас? Все перезалагало, я вообще... Все, что-то не то прям произошло. С интернетом. Фух, я испугався, что что-то не то с интернетом. Все, ой, блин, откинулся, да, все нормально, ну вернулось быстро достаточно. Я уж перепугалась, что все сломалось, ребят. Ладно, продолжаем. Но я знаю Джорджа долгое время, мы старые приятели, и он не против. Ты не возражаешь, Джордж? Я не возражаю, Киаран. Но если Джордж не возражает, то и я, наверное. Well, if George doesn't mind, then neither do I, I guess. Смотри, овца пришла. You can stay. Ты можешь остаться. I mean, я имею в виду. As long as you don't sneak до тех пор, пока ты не подкрадываешься к людям, like, или типа того, убить меня. I won't murder you. Я тебя не убью, нет, это слишком много проблем от избавления от трупа, кроме. Давай просто будем друзьями. Ради Джорджа. Справедливо, я не ищу врагов. Видите, теперь сабы снизу, и они не обрезаются. Вот что, сначала я приготовлю ужин для всех, а потом мы расстреляем несколько бутылок. Ну как? О, так ты тот, что за нафиг? Ладно. Слушайте, не знаю, вроде все в норме, без понятия, почему оно вот три раза при мне уже только что упало, я хз, что происходит и из-за чего это происходит. Давайте сейчас я просто, давайте я пока, ну, нормально сейчас не лагает, мы сейчас сделаем перерыв буквально на 5 минут, да? Я отойду и просто проверю, и вы мне напишите, если бы падало, не падало, вот,
Но просто если он будет продолжать падать, то и смысла продолжать как бы сидеть нет, чтобы, блин, только испортить. Оно просто испортит запись, она будет рваная, резаная, и половину диалогов вы даже не услышите, понимаете, о чем идет речь. Поэтому давайте сейчас я сделаю перерыв, и мы последим просто типа за ситуэйшн, и вы будете писать, потом напишите, было что-то такое у вас или нет, зависало ли и так далее. Договорились? Все, давайте просто тогда перерыв сделаем. Что я проверяла сейчас сам роутер, все ли с ним ок. С роутером вообще все отлично. Ну, типа, роутер отлично работает. У вас был были пролаги или нет? Просто у меня прям буквально ОБС просто красным все становится. Страница просто, типа, соединение потеряно, и все. Вообще было какое-нибудь отключение, подзависание музыки, что-нибудь такое? Не было, да? Ну все, хорошо, тогда продолжим. А то будет обидно. Ладно, продолжаем. George loves it. Джорджу нравится, но в моем фургоне нет духовки, так что мне придется готовить здесь. Я не знаю, Киаран. Я думаю, нам всем не помешало бы нормально поесть после такого утра, как это. Но мне понадобится немного кулинарного вина. Здесь его нет. Джордж всегда был любителем шерри. Ага. Так, давайте я все-таки верну, как было. В принципе, все достаточно видно над персонажами, да, там, типа, вот так вот обрезается, но вроде читабельно, так что и пофигу. Кто-то сказал Шерри. В моем фургоне есть бутылка красного, не могла бы ты достать его для меня, пожалуйста? Почему ты не можешь сделать это сам? Какой ужин, это большая работа. Я никогда не успею вовремя, если сразу не займусь овощами. К тому же старая нога чертовски болит, и ты все равно идешь в ту сторону, Джойс. Джойс всегда так делает в это время дня. А делаешь что? Чтобы накормить морковками Ричарда. Лошадь. Он живет в загоне сразу за большим сараем. Морковь. Я могу его подарить. А что, только ему можно подарить? Давайте подарим. Ты уже позавтракал? Потому что, если ты хочешь, может быть, ты хочешь съесть этот донер кебаб? О, nice. О, классно! Sure уверен, что сама не хочешь?
Я уверена, да. Хорошо, здорово. Он поддерживает меня до ужина. Твое здоровье, медсестра. Морковь говорит, что уверен, что Ричард не кролик. Все лошади любят морковь, ты не знала? Конечно, я знала. Ричард, ты идешь? Значит, ты идешь, потому что я уверен, что Ричард умирает с голоду. Тогда пойду. Надо что-то еще там сделать? Доить коров, собирать урожай? Ну хватит поясничать. Нет. Просто принеси вино и дай Ричарду немного моркови, чтобы он мог любить тебя вечно. Ладно, хорошо, но тебе лучше присмотреть за Джорджем. Я не выпущу его из вида, медсестра. Ладно. Так, я не знаю, правильно ли я сделала, что отдала ему кебаб. Моркови у меня нет, но, видимо, морковь лежит там. А что ты вообще здесь делаешь? Are you deaf? Ты глухая? That man's gonna turn you into мужчина dinner. Превратит тебя Run. В ужин, беги! Мы не будем есть, Митч! В морозилке есть мясо ягненка, глупышка! Right. Then, тогда я думаю, ты можешь расслабиться, Митч. Только не смотри в морозильник. Так, давайте посмотрим, где... Значит, в это время обычно приходит священник. И, собственно, бывшая сиделка, ну та, которая сейчас попала в аварию, что-то там ему дает. Ну, какие-то там припурать. Вот. Вы, Саша, вместе стримите, может, по этой причине. Дай, ну, чушь собачью, у нас же два разных роутера. Нет, конечно. Это никак не связано. Давайте посмотрим, что он там копает, ковыряет. Я хочу посмотреть. Овца убийца? Нет, мы должны узнать, кто убийца. Но мы пока не знаем. С ним... То есть с ним должно быть комфортно, но это не значит... что он хороший человек. Вроде как он может меня обмануть с тем, что он хороший. Ну, такой добрый. Так, теперь тут есть проход. Ага. Ящик заполнен морковью. Ну, давай покормим, ладно. Надо найти, где там священник. Ну, он вроде как просто, он просто немножко любит что-то, какие-то вещества, да, запрещенные. Ну, это его дело, правильно? Угу. То есть, если я... А, я должна его каждый день кормить, и тогда он будет, видимо, моим другом. Сесть. Я примерно так же сижу на стуле. Что тут? Фиолетовый цветок. Астры — немногие из цветов, что расцветают в это время года. Я бы хотела видеть их на моей могиле после смерти. Но есть ли в моей жизни кто-то, кто вспомнит меня? Не хочу об этом. А, здесь Киаран, наверное, живет. Ой, а что так? Или, мать его, кто? Выбери оружие. Я больше не на Бёрнхаунс Лейн. Кроме того, я медсестра из агентства и не наемщица. Дробовик с прицелом? Черт, он реально помешан на оружие. Пустые винные бутылки. В этом месте их полно. Киаран любит выпить, это точно. Винтовка может убить слона. А, вот это, да, вино взять? Ага. Только что тут написано? Оно не для готовки, но держу пари... Оно для готовки, но держу пари, Киаран просто выпьет его. Вот это... Все это прекрасное оружие в руках пьяного дебила. Тебе не кажется, что это верный путь к катастрофе? А нахрена ты оружие его взял? Ну, мне кажется, он просто любит оружие. Well, he does seem to увлечение? Like Нет? Yeah, да, этот чертов дурак. Но ты умная леди, я знаю.
I can tell. I know. Я знаю, что Джойс рассказала тебе о лаборатории. Я просто хочу знать, где она. Наркоман поехавший. Почему это? Она должна быть где-то здесь. А, это одна из пушек Киарана у тебя в руках? Is that one of Kieran's guns you're holding? This? Это? Yes. Да, это так. Там все пушки на месте были. Двуствольное ружье, изготовленное на заказ. Тонкое мастерство. Оно единственное в своем роде. Оно стреляет из обоих стволов одновременно. Или одновременно. Ладно, хорошо, но зачем оно тебе? Я искал лабораторию, и оно позвало меня. Так что я взял его. Ведь у тебя нет с этим проблем? Без проблем, просто спрашиваю. No problem. Just asking. But I Но я сначала спросил, и боюсь, что все еще жду ответа. Так что я спрошу в последний раз, потому что, честно говоря, с меня хватит этого дерьма. Пришло время выложить все на чистоту, городская девочка. Ого, что орешь тут меня, не знаю я. Кто она? А, лаборатория-то. Ты признаешься, говорит, во всем это всего лишь вопрос времени. Здрасте, приехали. Дорогая, ну, похоже, мы в жопе. Понятно. 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 А мы все думали, кто злодей? Ну кто? Самый очевидный, да? Ну это слишком скучно, вам так не кажется? Почему самый очевидный? Где я? Да в заднице. Где я? Больничная койка. Я видела их достаточно. Во все мои годы работы медсестрой. Нехорошо. Выглядит как засохшая кровь. Так, могу ли я пробить трещину? Нет, надо пробить чем-то посерьезнее. Стена деревянная, должен быть способ ее сломать. Ты в плену. Ну, поздравляю тебя, чё. Давай проверим тогда. Не знаю, кстати, на самом деле. А что у меня есть? У меня кроме отвертки-то ни хрена нету. Не, ну, конечно, как вариант. Пнуть? Проверить стену? Капец. Ну, я не могу, видимо. Да тут просто какая-то трещинка. Так, ну здесь больше ничего нет. Проблема в том, что у меня вообще ничего нет как-то. Мне больше ломать-то нечем. Ну не получится, не. Видимо, мне остается только поспать, к сожалению. Зашибись, чёрт. Нет, а тут больше ничего нет. Ты от меня что-то хочешь? Что-то цветком, может, надо что-то провернуть. Хотя, может, вот... Не знаю. Нет. Видишь, она не хочет ничего рисовать. Может, мне что-то не то? Я не понимаю. Башная кирпичная стена. Не, она не хочет, короче, рисовать им, потому что его нужно использовать для того, чтобы поймать преступника. А так я ничего не могу сделать.
То есть это все, видишь, бесполезно. Ага. Я совсем забыла, что можно так делать. Господи. Ну это давно был. Я уже забыла, что я могу пробивать препятствия. Просто я до этого ни разу не делала. Вот и затупила. Сейчас, секунду. Господи. Церковь какая-то старая, да? Не видел такого механизма. А, ну, к сожалению, нет. Здесь я не знаю пока ответа. Ядрить, колотить. Ладно, пойдем в обратную сторону пока. Ага. Так, какие нам нужны? Мы можем поменять первую. А, я могу их прочитать? Я поняла. Я могу их прочитать все для начала. Потом уже использовать. Все, я поняла. Женщина, смотри, сын твой, вот твоя мать. Боже мой, зачем ты оставил меня? Я жажду. Это совершилось. Отче, в руки мои предаю твой. Ладно. Мне показался, я слышу каких-то женщин страдающих. Может, меня глючит, конечно. Так, поехали. Первое. Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят. Forgiveness. Так. Боже мой, зачем ты оставил меня? Взаимоотношения, видимо. Передаю твой дух. Да, так, а здесь отче, в руки твои передаю дух мой. Ну, все, наверное. А, нет, подожди. Раз вот эти выбрать нельзя, значит, это уже не вариант, да? Forgiveness, все правильно. Relationship. А тут что? Бедствие. Оставление. Вот, зачем ты оставил меня? И вот здесь неправильно. Воссоединение? Неправильно, да? Или что? Значит, тут не прощение должно быть. Это совершилось. Триумф. Угу. Взять лист бумаги, взять старый ключ. Хорошо, тут написан какой-то код. Ладно. Ну, погнали. А, может, это ключ от выхода как раз? То есть вот отсюда? Тупо, конечно, но... Нет, значит вот сюда. Почему это? Значит, что-то другое открылось. Нет, это моя комната. Нет, это не моя. Я могу сохраниться, конечно. Мне дали какой-то код. Мне дали ключ. Ну и, собственно, да. Хрень какая-то. И что это значит?
не врубаться пока, если честно. Может, эти двери открываются этим ключом? Да. То же самое. А, это моя же комната, ёлки. Теперь она просто открыта. Тогда открываем вот эту. Что здесь? Угу. Угу. А вот и ответ на ваш вопрос, да? Хирургические инструменты, дерьмо. Я даже не хочу знать, для чего он их использует. Неудачно, там ничего нет. Это что? Календарь с 2009 года. Жизнь тогда была легкой. Внутри есть всевозможные лекарства. Со всем этим барахлом я могла бы усыпить слона. Подожди секунду, что это? Адреналиновый шот. Окей. Что это? Грязный, воняет гнилым мясом. Какая-то часть меня ожидала отрубленной головы, но внутри только один симпатичный маленький кекс. Предлагаю взять его с собой. Ничего не понимаю. Пока что. Ладно, делаем сейф. Так, у нас адреналиновый шприц. Гус-гус, привет, здравствуй. Привет, солнышко, удачного стрима. Да, я опоздал, так как сел телефон. Что-то вообще происходит вкратце. О, это ты у чата спрашиваешь, я тебе сейчас не объясню. Спасибо тебе огромное за донат. Я, кстати, очень надеюсь, что я смогу заставить... то есть вот эта вот способность кошака, я не знаю, там было просто два раза, когда мы могли ее использовать. Может быть, это и были дополнительные два раза. А сейчас не знаю. Так. Ключ мы не поюзали. Нужно вести прямо в сердце пациента. Хорошо. Выглядит восхитительно. Но мы есть его не станем. Мы не тупые. Логично. Логично, логично. Но... это не он. Что-то у меня горло болит. Вот это прикол. Так, ну здесь можно спрыгнуть вниз, поэтому этим и занимаемся, как говорится. Думаю, он не включен. Подслушивать. Таким же успехом ты могла бы это сказать. Но просто Господь слушает, и Господь может видеть твою ложь насквозь. Что, черт возьми, ты хочешь, чтобы я сказала? Ты такая плохая, грязная женщина. Я разочарован в тебе, Дженнифер. Мне жаль, я стану лучше, отец. Вот ублюдок, да? О, мы оба знаем, что это просто еще одна ложь. Хорошо. Мы пойдем трудным путем. Поскольку ты продолжаешь просить Розгу, я не пожалею ее. Ого. Что ты делаешь? Мы отсечем зло в тебе, чтобы ты была готова принять Бога в свое сердце. Выключи это! Ты ублюдок, да, это точно. Библия говорит, уста прелюбодейки глубокая яма. Тот, кто находится под гневом Господа, упадет в нее. Только покаяние может принести прощение в развращенную... Он ее убивает! За каждый грех наказание, а я ничего не могу сделать! Я сделаю это! Просто прекрати, пожалуйста, я не хочу умирать!
О, Господи. О, так ты наконец-то готова открыть свое грешное сердце и исповедаться. Просто... Да-да-да, просто выключи эту штуку, выруби! Отлично. Я даю тебе 2 минуты, чтобы прийти в себя, Дженнифер, чтобы все хорошенько обдумать. И помолиться. Тогда мы начнем снова. Вот мудила. Пожалуй, стоит доисследовать. Гус-гус, спасибо тебе огромное. Знаете, как хорошо дома. Сдался сюда срочно. И чилишь. Спасибо за хорошее настроение. Так это шикарно. Супер-супер. Это очень здорово. Дешевые пластиковые подсолнухи. Играет одну и ту же песню на повторе. Должна быть его любимая запись. Чёртова штука всегда ломается! Ух ты, ёпты, надо спрятаться. Короче, это его приманит, если что. Я правильно поняла, да? Если мы выключаем, это его приманит. Хорошо. Значит, таким образом мы что-то сможем с вами сделать. Пожалуй, надо доисследовать до конца. Тут так много всего. Это просто кобздац. Как я вообще все это... Where were we, Jennifer? Ну, он продолжает. У меня времени не особо... Если честно. Но я должна исследовать, что здесь есть. Во-первых, я же не могу быть в курсе. Так. А, я понял. И теперь я просто вернулась сюда. Угу. Короче, мне надо его отвлечь. Так. Нет, если я пойду, он меня увидит, и мне снова не повезет. Понял, а как же мы тогда это с тобой провернем? А, я знаю, как мы это с тобой провернем. Я знаю. Да хорошо, я въехала, бежим. Так. Времени мало, мать. Я поняла, я так не успеваю. Я так не успеваю. Мне надо, чтобы он не мог вернуться. Что я должна сделать? Я вообще не понимаю. Сейчас думаем. То есть включить я не могу. Я здесь не успею в любом случае. То есть это слишком... А, вот, стой. О, кстати. Тут... Я думала, это не активно. Черт. Я даже не... Я подумала, это не активно. Многочисленные рваные раны, синяки, колотые раны. Бедная девочка. Ее плоть начала гнить в нескольких местах. Похоже, этот гребаный извращенец держал ее долгое время здесь.
Она все еще жива, но ее пульс слабеет. Ее сердце остановится, если не сделаешь что-то быстро. Так, секунду, может мне дать ей что-нибудь покушать? Мне кажется, он услышит ее сейчас. Мне тебя жаль, искренне. Мне жаль тебя, детка. Очень жаль, но у меня нет времени тебя спасать. Прости, пожалуйста. Господи, почему обязательно в этой игре должны быть настолько мерзкие представители мужчины? Это какой-то кошмар. Ну почему мать твоя женщина такого не делает? Вот скажите. Ну это же дичь какая-то. Фу, блин. Вот теперь мне хватит времени. Жалко, конечно, что я делаю эту херню. Милен, Милена, видимо, спасибо тебе огромное за такой огромный донат. Шла пожелать удачного стрима. Напомни, что Ксюша, что она самая лучшая. Спасибо тебе, дорогая. Шлю тебе поцелуйчики. Муа, спасибо тебе большое. Что я должна сделать-то? Что-то странное приспособление. Похоже, его цель состоит в том, чтобы получить признание, скорее всего, чтобы допрашивать и пытать. Не имею ни малейшего понятия, что я должна делать. Но... Так я же ее просто убью, твою мать, если запущу эту штуку. А что не так-то? Я... Жена орёт громко, а? Может, подпереть дверь? Не, она не хочет его ни двигать, ни толкать. А, она не заблокирует дверь, если я сначала не закрою. Слушай, действительно. То есть я должна сейчас ее закрыть, и теперь можно толкать. Все, да? А включала я зачем? И что? Вы что-то понимаете? А, вот и ты! Ты живая? Ядрить, катить! С тобой все в порядке? Ой, я ее видела на картине. Wait. Подожди. You're Jenny Wilde. Ты Дженни Уайлд? The actress. Актриса. Yeah. А да. And who the fuck are you? А кто ты такая, черт возьми? Я тот человек, кто спасает твою задницу. I'm just a person that's saving your ass. А? You sure you're not with him? Ты уверен, что ты не с ним? Pretty sure. Уверена. Yes. Good. Хорошо, здорово. Great. В таком случае. Let's get the hell out of here. Уберемся к черту отсюда, хорошо?
If you say so. Какая дичь! Ой, что такое? Ты не можешь... это ослепило его. Я взгляну на свет самого Господа, и он сделал меня только сильнее. Хочу еще рассказать Милене, кстати, спасибо огромное. Я не успела просто, потому что момент был неудачный. Ну-ка, посмотри-ка сюда. Как ты думаешь, могли бы вы выкопаться по этим обломкам? Я думаю, но он, черт возьми, должен прекратить стрелять нас. Это не проблема, он упал. Один из кирпичей ударил его прямо в лицо. Так рисуем чертов крест, пихаем в дверь и пошел в жопу, нет? Вот такой план, нет? Ну смотри, ее он пытать еще не начал. Он пока ее просто пугал. Так что с ней еще пока ничего страшного не случилось, слава богу. Он ее просто запугивал и пока удерживал. Ну уж, давай. Блин, она какая-то, вот заметили, очень крутая девка для той, кто, кого только что вытащили из лап маньяка, да? Слишком уж как... Ничего себе, вот это у вас характер, мадам. Да я тороплюсь, А, его придавил же чертов клеч. Клеч, блин. Я его придавил крест. Было бы смешно, да? Просто на него бам. Так, ну я предлагаю что-то с ним сделать. Типа он же без сознания. Самое время, рисуй крест где угодно. Открывай дверь, пихай его под жопу туда и до свидания. Свобода, наконец-то. Как ты знаешь, я Дженни Уайлд. Вот как. Мгновенно узнаваемая, вроде как. Очевидно. А как тебя зовут? Энджи. Приятно познакомиться, Энджи. Спасибо, что спасла меня. Все в порядке, не беспокойся об этом. Но что такая американская кинозвезда забыла в этом месте? О, мы только что закончили снимать на прошлой неделе. Я встретил несколько людей, сходила на несколько вечеринок, ты знаешь. Нет, вряд ли. Это в моей жизни не было явно. У тебя какая-то развлекуха сплошная. Так, ну что ж, нам нужно его запихать в дверь. Реально, я не понимаю, почему нельзя было сейчас этим заняться и запихать его. Ну, ладно. Тут можно спрятаться. Понятно. Так, висят десяток облачений священнослужителей. Заперто. Мне нужна минута, чтобы отдохнуть. Я думала, что уже мертва. Он либо собирался порезать меня на кусочки в гребаной мясорубке, либо превратить меня в секс-рабыню в его дурацкой секс-темнице. Роб настоящий мастер своего дела. И, вероятно, сделал бы и то, и другое. Фу! Ты вообще как? Тебе больно? Ты тут давно? Нет, не совсем. Я спрашиваю, потому что я медсестра. Я могу провести быстрый осмотр? Может быть, позже. Пока все в порядке. Но сейчас не время, наверное, лучше свалить просто. Уверена, да вся в крови. У меня есть несколько царапин на ногах. Он ударил меня один или два раза, разбил мой бедный маленький нос. Но большая часть этой крови не моя. Его. Честно говоря, я бы предпочла не говорить об этом, если ты не против. В смысле, его крови. Я видела там кое-что, чего мне хватит на всю жизнь. Так и рассказывай! Конечно, поняла. Но я хочу знать. Хотела бы я спасти другую девушку. Та, что кричала? Она умирала прямо у меня на глазах, и я ничего не могла сделать. Поэтому я использовала ее как приманку. Черт, зачем я это сделала? Эй, все в порядке.
Это не твоя вина. Это Роб виновен во всем. И он заплатит за все, я клянусь. Как ты оказалась в катакомбах? Я встретила Роба на вечеринке. Я думаю, что это было 3 дня назад. Он что-то подсыпал мне в напиток, у меня закружилась голова, и Роб предложил отвезти меня в отель. И знаешь, я большая девочка, я хорошо знаю, что не стоит садиться в машину с незнакомыми... с незнакомым мужчиной, это сулит неприятность. Но он был священником, черт возьми! Я не думала, что отправит выпивку, отведет меня в свое тайное место и попытается... непотребные вещи сделать. Он человек-проныра. У меня было такое чувство, что с ним что-то не так, но я проигнорировала это. Я не повторю эту ошибку снова, так что прежде чем мы уйдем... Да? Че, поюзаем правду, а? Неудобную правду. Хотите или нет? Я хочу знать, что она сказала. Очень хочется знать мне. Правда, что она скрывает. Давай. Скажи мне, что ты ничего не скрываешь от меня. Прекрасно. На самом деле он не накачивал меня наркотиками. Он дал мне немного кокаина, потому что знал, что я этого хочу. И мы нюхали его вместе в одной из спален. И... я так виновата. Я знаю, что это было неправильно, но... все нормально. Я не собираюсь судить тебя. Я только хотела узнать. Мне кажется, я на секунду отвлеклась. Что ты сказала? Ну, в общем-то, ничего особенного она не скрывает, к сожалению. Надо было оставить, но мы не ищем. Это пустяки, не волнуйся. Жалко, потратила. Во-первых, ну, невозможно. Мне кажется, это только при повторном прохождении можно знать, где у кого что интересное поспрашивать. Она ничего интересного не сказала, кроме того, что ей никто ничего не подсыпал, он просто ей предложил наркотики, которыми с ними делилась прошлая сиделка. Он сидел, видимо, на кокаине, Роб. Сидит. И вот она его снабжала наркотиками. С помощью этих наркотиков он, видать, заманивал сюда этих девушек, которые каким-то образом... вы поняли. В этом участвовали. Короче, фу. Все это полное дерьмище. И никогда бы... фу, блин. Не портите свой организм этой говной. Вы даже никогда не думайте об этом. Это отвратительно. Кто бы что ни говорил. Понятно? Это плохо, ужасно и неправильно. У меня буквально это вызывает... омерзение прям. Как ты думаешь, он мертв? Я думаю, нет. Что ж, это решило бы для нас сейчас множество проблем. Но я сомневаюсь, что он мертв. Я тоже. Это было бы слишком легко. Согласна. Подожди. Какой план? Церковь, кажется, заперта. Мы прыгнем через забор или что? Ну, фактически... я знаю, что это может показаться тебе странным, но я хочу попробовать кое-что. Понимаешь? Я думаю, что я могу заманить Роба в ловушку. И как, черт возьми, ты это сделаешь? Сказать ей честно или не знаю? Нарисую X на двери своим волшебным мелом. Поверь мне, у меня есть свои методы. Я обычно никому не доверяю, но... хорошо, это был безумно грёбаный день. Безумный грёбаный день. Делай, что должна. Оставайся здесь и пока отдыхай. Я начну с того, что поднимусь на верхний этаж. Затем мы устроим ловушку и привлечем внимание Роба. Я уверена, что он рядом и ищет нас. Ну ладно, пусть она отдыхает, а это что? У каждой из скамей есть небольшая красная кнопка сбоку. Интересно, что она делает? А, я понял. Нужно узнать порядок правильный. Иисус на кресте. Один из стражников пронзает его бок копьё. Ну подожди, что это? Девять маленьких ягнят собирались перед своими богами с волчьей мордой и молились. Но бог с волчьим лицом был голоден. Потому он взял ближайшего к нему ягненка и съел его целиком.
Ага, то есть мне нужно сейчас выбрать, нажать красное, я поняла. Так. Значит, съел первого ягненка. Дальше. Потом. Молящийся ягнята не обратил внимания, поэтому он пробежал мимо них и съел третьего со спины. Третьего. Вот этого? Сейчас. Так, дальше что? Молящиеся ягнята не обратили на это никакого внимания. Все еще голодный волк закончил свой пир ягненком, который сидел прямо посередине. Понял? Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Вот это посередине. Хотя, возможно, вот эта кнопка. Нет, со спины. Может быть, вот эта кнопка? Или не должны гореть те, кто живы, наоборот? А-а-а, блин, они должны быть черные, а все остальное должно быть красным. Короче, все наоборот, блин. Короче, это горит, а типа это не горит наоборот, поняли? Сейчас я врублю все обратно. Вот, вот посередине не горит. Третий не горит. Вот, да? Ну все. Я просто не обратила внимания, что красным написано. Тэб. Меню. Съел третьего со спины, все еще голодный. Бог закончил пир ягненка посередине. Как только его живот наполнился и врата рая открылись, он вернулся домой. Что-то я не то, по-моему, делаю вообще все. Я не понимаю, на самом деле, правильно ли я делаю или нет. Такое ощущение, что нет. Съел третьего со спины. Может, вот это? Если честно. Так они должны гореть! Или не должны гореть? Так. Или вот это считается первым ядрить? Подожди. Вот я тупей. Может, вот это первый все-таки? Все не в том порядке делаем-то, ё-моё. Потом по центру. Потом сожрал третьего. Вот. И чё мне? Поменять кнопки местами. Почему непонятно? Хотя странно. Те, кто ничего не заметил, должны быть красненькими. Все правильно. And then he returned. Протары открылись, и он вернулся домой. Имеет значение, что написано красным, что нет? Третьего со спины. Может, вот этот? Сейчас. Но он съел троих, правильно? Ну. Я думаю, все бы заметили, если вы спереди кого-то съели. Я думаю, что все бы заметили, да. Может, третий с другой стороны. Перевод тупой. Сейчас. Они стояли перед мордой. Так, so he took the lamp closest to him. Нет, closest to him, соответственно, они молились прямо перед ним, и он съел первого, все правильно. Потом он пробежал и съел третьего со спины. То бишь, вот этого съел, все верно. Потом... Угу, ну и да. Не врубаюсь, что я не так сделала.
Один, четвертый, пятый отправим, может. Я, честно говоря, в душе не знаю. В душе не врубаюсь. Гореть должны съеденные ягнят. Так... Вы меня запутали уже. Сначала с порядком непонятно, потом, блин, с горящими лампочками нихера непонятно. Или третьего вот отсюда. Все! Третьего не сзади, блин, а в смысле, ну... О! Могли и пояснить, потому что какого-то черта там все красным написано, нифига не понятно было. Все понятно. Господи. Сначала я не врубилась, с какой стороны, потом не врубилась, что должно гореть, а какие должны не гореть, съеденные, не съеденные. Давай установим ловушку. I get it. Пойдем. Oh, it's dark up there. After the catacombs, после катакомб мы действительно really будем бояться темного чердака. Good point. Хорошая точка зрения. Так-то лучше. Бляха, тут еще какая-то девушка. В чем проблема этого парня с молодыми женщинами? Он думает, что мы все шлюхи. Но все гораздо сложнее. Темница, он хотел, чтобы я стала его новой любовницей. Потому что старая. Не любовница, а мистресс. Это немного другое. Ну ладно, забить. Не имеет значения в данной концепте. Потому что она старую хотел сделать не любовницей как раз таки, а своей госпожой, мистерс, ну типа того. Ага, вот и он. Идет, идет, слышите, ковыляет, придурок. Я знаю, что ты прячешься здесь. Я найду тебя, это всего лишь вопрос времени. Он же не в курсе, что здесь и я есть. Но он думает, что только она сбежала. Он здесь. Звучало так, будто бы он выбил дверь из задней стенки. Все в порядке. У нас есть еще одна дверь прямо здесь. Что если он ее тоже уничтожит? Я не думаю, что он станет. Мы нужны ему живым, так что он знает. Так что он может, знаешь, вернуть нас в его секс-подземелье? Я не вернусь туда ни за что. Тогда давай установим ловушку. Это хорошее место. Я даже не знаю, что будет. Что тут? Теперь надо, чтобы этот мудильник сюда пришел. Ну ж, поехали! Отличная приманка. Упс. Я не хотела этого делать. Я едва справилась, но теперь он знает, где мы находимся. Я должна спешить. Пройдет не так много времени, прежде чем он поднимется сюда. Ну что ж, теперь мы просто ждем. Ты уничтожила половину церкви из-за этого. Как Роб теперь собирается подняться сюда? Есть еще одна дверь, ведущая на чердак. Я уверена, что у него есть ключ. Верно. Так... Что тогда? Теперь... Опять интернета нет. Почему он вечно отключается? Опять интернет отключился опять. Видимо, нам придется закончить раньше, чем я планировала.
что опять, понимаешь, опять багули, лагули и вот это вот все. Глючит, ага, я тоже знаю. Я знаю, что глючит. А сейчас нормально все? Все хорошо, ладно. Вы готовы? Так, пришло время от Цуробы искупить свои грехи. Now it's time for Father Rob to atone for his sins. Я чувствую ваш запах там, наверху, вы грязные проститутки. Ты там? Ты составила компанию Милли? Как мило с твоей стороны. Тебе известно, Милли было трудно принять Иисуса в ее сердце. В конце концов, я разорвал ее грудь, чтобы впустить Иисуса. Но хватит безделья, дамы, вам лучше быть готовым. Бла-бла-бла, дверь открывай, мудила. Мудильник, открывай дверь, заходи. Вот добрый пастырь. Ваш добрый пастырь возвращается домой. Домой, в ад возвращается, лох. Ой, все, что за волшебство? Бич! Я думаю, кот как-нибудь разберется и, пожалуй, закрою. Раз нашла, беру себе. Что? Why? Почему? Жди меня здесь. Я иду за ним. Ну все. Вот теперь посмотрим, да, как говорится. Есть два вида людей. Те, у кого есть лопаты, и те, у кого есть ружье. Так что копай. Ну что ж, самое время перекурить, правильно, детка. Ну что ж, ты готов? Фокус-покус. Ля-ля. Ой, ну только не сейчас. Ну и тишки, пистолет. Нам надо еще этого... Я не понял, а это кто? А Роб где? Патронов. Ну, уже все, только на один выстрел, слышите, осталось-то. Так, почему я стреляю по каким-то мертвецам? Где Роб? Меня интересует только он. А не эти слюнтяи. Теперь у меня патронов больше нет. Я не уверена, по-моему, я могу от них уворачиваться, мне кажется. От бабы я могла уворачиваться, чё же, от них не могу. У меня просто был сейф недавно, поэтому я, конечно, могла бы это протестировать. Хотя, возможно, мне стоило их прибить. Ты знал, что у меня патронов не останется. Надо было их сохранить, наверное. Хотя, может быть, и... What? Овца! Так. Что, выйди с дороги, ты глупый! Все, эпичное появление кота пошло! Ну все, кранты тебе, мудильник. Понятно, мудильник-копильник. А я, если что, подмогу. И когда волк открыл свои челюсти, чтобы проглотить ягненка, он обнаружил, что внутри ягненка спрятан еще больше волк. Ситуация быстро меняется, если ты не будешь осторожен. И когда ты живешь как волк, ты должен знать, что есть цена за каждую каплю крови, которую ты проливаешь. Рано или поздно тебе придется заплатить. Спасибо тебе, Анджелин. Это тот человек, которого я хотел.
Твоя первая задача выполнена. Пора заканчивать. Все, жри эту тварь! Unless... Если не... Well... Что ж... You have у тебя его оружие и непосредственный опыт того, как быть его жертвой. А у меня патронов нет. Возможно, это убийство принадлежит тебе. Я позволю... Так у меня патронов нет, брат. Я все расстреляла. У меня нет боеприпасов, я могу сказать. Слушай, кот, я не против, ты только дай чем. Я считаю, что я не хочу пачкать руки об этого ублюдина. Как вы считаете? Я не хочу. Фу, пусть сам занимается, я не буду об него пачкать руки. Я сделала достаточно. Теперь он весь твой. Very well, очень then. Хорошо. Я считаю, это чуть лучше, понимаешь, это менее гуманно, потому что он умрет не сразу, ну вы поняли. Feeding time! Ом-ном-ном time! Блин, это было классно. Ну пока нравится, но пока, ты знаешь, это просто эти леса темные. Это просто типа выжимание всего того же, что мы уже видели. Повторение, опять какой-нибудь там маньяк, который мучает жертв. Мы уже такое видели с вами не один раз в их играх. Here we are. Вот и мы. Ты можешь остаться на ферме, пока они вернутся силы. Я не думаю, что владелец будет возражать. Ты даже не узнаешь, что я здесь. Мне нужно тихое место, чтобы немного отдохнуть. Я так устала. Я знаю. Ты скоро уснешь. Но сначала прими ванну. Воспользуйся гостевой ванной. Сразу за лестницей, а тем временем... Я принесу тебе что-нибудь из одежды. Пожалуйста, приготовь небольшую чашку хорошего кофе. Да, yeah, sure. Конечно. А мы будем вообще еду готовить сегодня? Пять ложек сахара? Okay. Просто иди уже и смой себе эту... А почему ты не рассказала мне, почему она One говорит про его кровь? Yeah. Последняя, Энджи. What the hell is что, черт возьми, за ужасная штука на столе? О, я думаю, это может быть вчерашний ужин. Я вот просто понять не могу. Она же сказала, что она, он ее ударил несколько раз, якобы нож, якобы нос сломал. И часть крови, что на ней, не ее, а чья тогда? Я думаю, это вчерашний ужин. I think it might be yesterday's dinner. This этот замороженный кусок плоти? Flesh? Yep. Эндеп, это ягнёдок. Well, ну, без обид, но он не выглядит очень аппетитно. Один парень, Киаран, предложил вчера... Хотел вчера приготовить баранину. Но я думаю, она испортилась. No shit. Нет, дерьмо. Never mind. Нет, дерьмо. No shit, это без базара переводится, а не нет, дерьмо. Ну, типа того, или что-то вроде. Точно, ага, ну вы поняли. Right. Так, я пойду помоюсь. Моя лестница, мимо лестницы последняя дверь, ты не заблудишься. Она говорила, что это его кровь. Да, ну так как, почему это его кровь-то? Может, он сам себя хлещет? Почему я не могу приготовить сэндвич больше? Все только один раз можно было. Это самый большой кусок замороженного мяса, который я когда-либо видела. Я могу только предположить, что... я могу только предположить, это обед, что Киран предлагал сделать вчера. А то, что у меня кекс до сих пор, это да. Может, она сопротивлялась? Но она сказала, что она не просто не хочет об этом говорить. Ну, как бы, понимаешь? Пять ложек сахара она не пыталась съесть. Тебе-то какое дело, потолстеет она или нет? Ты как следующий успокоишься? Да. Да меня выбесило, все едят норм, сэндвич, колбаса, блин, мазик и сыр. А тут, понимаешь ли, какой-то странный сэндвич. Прикол какой-то. Хорошо пахнет.
найти одежду. Dear. Дорогая, не могла бы ты подойти ближе, пожалуйста? Возможно, я схожу с ума, но... Я только что видел, как минуту назад пробежала голая женщина. Это Дженни, не беспокойся о ней. Ей нужно было место, чтобы остановиться на несколько дней, и я предложила помочь. Тебя это устраивает? О, меня это вполне устраивает. Просто попроси ее надеть одежду, ты знаешь? Ну, знаешь... На случай, если викарий снова придет. А, он больше не придет. А, говоря об одежде, у нас есть что-нибудь, что мы могли бы дать ей? Speaking of clothes, do we have anything we could give her? Ну, я не знаю много о женской одежде, дорогая. Все в порядке, я могу дать ей немного своей. Подожди, я... У меня все еще есть одежда, которая принадлежит моей жене. Юбка и блузка. Я сохранил их, потому что они были ее любимыми. They're in a suitcase upstairs. You sure you don't mind letting a stranger wear it? Penny, у Пенни было золотое сердце, она не стала бы дважды думать о том, чтобы одолжить одежду нуждающемуся незнакомцу. In that case? Ну, хорошо, я пойду. Прежде чем уйдешь, дорогая. Есть ли шанс на еще один сэндвич? Я ждал и не дождался вчера, но жареного ягненка так и не принесли. Не да, интересно почему. Конечно, я сделаю сэндвич через минуту. Сэндвич! Ну все, зарапы, падла, ну погнали. Хлеб! Давайте, пишите. Че там? Все, я готова. Делаем сэндвич. Самый вкусный, пишите сэндвич. Что такое сладкая кукуруза? Это обычная кукуруза, которая в банке? Мы дождались. Мы дождались, чтобы переделать этот чертов сэндвич. Ну, давайте, там кто-то писал уже, я видела. Я подожду сейчас. Бекон, помидор, горчица. Бекон, салат, латук, томат. Так. Бекон. Латук. Томат, хлеб. Хорошо. Блин, мне кажется, я ела подобный помидор. Ой, помидор. Ты сделала классический американский сэндвич. Ну, вроде все. Давайте проверим, понравится ему или нет. Дедуль, я сделала нормальный сэндвич, прикинь. Кажется, он наслаждается своим сэндвичем. Ну, молодец. Сходит. Я очень боюсь, что когда запись обработается, она порежет все вообще на свете. И я очень не хочу, чтобы оно испортило нам прохождение, потому что может выйти так, что куски сюжета просто выпадут, блин, и все. Вот, поэтому... Но мы все равно будем продолжать. Мы 3,5 часа с вами отстримили. Конечно, не так много, как хотелось бы. То есть не факт, что на следующем стриме закончим, но в любом случае... Хочу сказать всем спасибо, кто был на этом стриме. Вот, спасибо еще огромное Дина всем, кто донатил. Я не знаю, когда будет следующий стрим. Скорее всего, ждите выходные. Где-нибудь в субботу, воскресенье, я думаю. Вот, в субботу, воскресенье, я думаю, закончим игру. Возможно, за один присест, возможно, нет. Что со стариком, он доволен? Но он просто сказал, что он наслаждается своим сэндвичем. Больше там ничего не было. Вот. Да, по поводу каких роликов, что когда будет, ничего не знаю, к сожалению. Мне ничего не известно, я ничего еще не придумала, ничего еще не записывала. Вот, ну там вроде как есть, что там, у нас вышел этот... Третий эпизод Fears to Faith, там, скорее всего, я ее буду записывать, хотя она очень длинная, но, наверное, я ее пройду на неделе. Вот, а пока больше не решила, пока больше идей, к сожалению, нету.
Неизвестно, что там дальше будет, как говорится. Вот. Хочу вам всем, правда, сказать гигантское спасибо, что были со мной на трансляции. Вот, спасибо всем, кто был в чатике. Спасибо модераторам, которые мьютили, банили и так далее. Ну, вы супер. А еще отдельное, огромнейшее спасибо отдельнейшее всем, кто сегодня закинул монетку, ребят. Вот, хочу сказать всем вам огромное спасибо. Мы с вами увидимся, да, на другом стримчике. Вот, ну и увидимся в ближайшее время, скорее, только в роли. Вот, такие дела. Всем спасибо большое, всем хорошего остатка вечера. Всем пока, всех люблю. И Тёма,